Всем привет-привет, ребятки! Как-то еще до начала стрима камера взяла и умерла. <свот> вот это новость! Вот это поворот! Вот это неожиданно было, прям капец. Всем здравствуйте! Всем добрый вечер! С вами Флешка, и это женские игры. Всем ня! Ня-ня-ня, э, всему чатику. Здравствуйте! Давайте я это закрою, это оставлю и. Погнали! Здороваться с чатиком. Чатик у нас такой активный, прямо пер перед стримом. Дейзи uh, бдит на страже добра, зла. В общем, там какое настроение сегодня есть на страже того и бдит. Здравствуй, руса ня тебе. Форлендирн, дирн. Здравствуйте. Вот этот Лендирн это прям это, знаете, как? Я даже не знаю, с чем сравнить. Короче, какое-то сложное упражнение, только для языка. Uh, Здравствуйте, Лол. Макс, магс, Лол Маги, Лол Магия, Окей, Коля Андреев, Таки Капомод, Таки капомот. А что делать? Здравствуйте, кэша Би, Мазила, Здравствуй, не грусти со смайлики, не знаю, не знаю. Знаете, uh, честно говоря, было бы неплохо, если бы, а не, в принципе, можно, тут как-то настроить? в каком порядке смайлики должны идти, вот. Надо будет залезть, там есть какие-то кнопочки э, понаделывали, э, чтобы себе настраивать смайлики удобненько, как так бы. Часто используем это хорошо, а потом под, пододвинуть тех э, стримеров, на которых вы подписаны, которые еще чаще используете. Здравствуй, Иван Грозный. Не знаю, я что-то не нашла ничего похожего э, с Рамоном. Может, он опять поменял? Может, я еще старую заставку смотрела? Э, не исключено. Может, Сигма откуда-то и вдохновлялся, но не думаю. Э, здравствуй, 143 FPS. Кошка лапушка мяу. Здравствуй. И Тлотра-ня. Мистер Квест, здравствуй. И Мурдер... Мурдер. Ну да, Murder Sister. Здравствуй, здравствуй. Ну что, ну что, будем это... Будем сегодня периодом полураспада заниматься или полного распада. Короче, морального разложения будем заниматься. Также к нам за время офлайна присоединились The Shadow Dwarf, Shadows Dwarf и Данил Кирилл 228065. Круто. Круто. Много цифр, это круто. Здравствуй, Эндер Крипер. Всех в школу отправили. Да, сегодня сходили. Правда, сегодня короткий день был. Там буквально два часика сбежал. Э, они порадовались этому всему. Завтра, завтра уже наконец-то прям школа-школа. Э, давайте запустим игру. Игра, пожалуйста, запускайся. Есть. Короче, что я вам хочу сказать. Убила я эту твареньку еще два раза. Подстелила там и блоков, и ни разу в втягивание не попала, и на втором этаже, и из лука, короче, все вот эти ваши завобоны из чатика. Нифига, оно не дропает. Пошла я гуглить на YouTube, ну как бы, а что мы на YouTube, ну не на YouTube уже, гуглить на YouTube пошла, посмотрела несколько видосиков тоже именно озона, тоже капы. Тоже ни у кого не упала. Потом я посмотрела по другой сборочке All the, Mod Expert, All the Mods Expert режим там у человека упало. Я бы начала грешить на саму сборку. Но, с другой стороны, у Лалабай и Вениамина упала. Но видео подтверждения этого нет. Короче, я немножечко в замешательстве. Я из <laughs> я из этого раздела доделала заданица. Сейчас вам покажу, какие доделала и э, оставила. Короче, эту книжку. значит, себя где-то обманывают. Ну, как бы Ла-Ла бай у меня вообще причин нет не верить. Да и вине мину тоже. Вот, причем если бы Вениамина я могла списать на то, что он это, ну, намного раньше делал То Лалабай буквально вот недавно это делала, а сборка за это время не обновлялась У меня есть маленькая теория, маленькая теория Что в первый раз, когда мы, когда я налажала, что меня втянуло в этот взрыв И оно себе запомнило, все, ты бой проиграла, мы тебе дроп не даем это единственный вариант, который мне приходит в голову. Но пока что я еще не решила, что я хочу с этим делать. Убила я его шесть раз. Хочу ли я достать с креатива эту эссенцию? Я еще не решила, поэтому мы эту тему оставляем. Критического какого-то влияния на прохождение она в данный момент уже не ставит никакой. Поэтому фиг с ней. Второй момент. Привет, реактор сегодня выйдет? Э, Но ну, если будете хорошо звать, то, возможно, и выйдет. Второй вариант, э, момент. В Дискорде обсуждали тему того, что э, как бы... Чем лучше линзы, тем, скоро, э, тем быстрее будет работать эта штука. Э, скорее всего, да. Скорее всего, частота линз э, срабатывает. Не хочу сносить. €ee. сделала я линзы через стопроцентный кристалл и не увидела абсолютно никакой разницы. Ну, возможно, возможно, ну чуть-чуть прям быстрее было, но больше разницу я увидела, когда доставила еще два ритуала. Пишет Вики, что нужно 16 блоков между ритуалами. Вот здесь я не уверена, что есть 16 блоков, но как бы прирост скорости. Сейчас я вам покажу дедушку под всех поудаляли отлично отлично видимо вы шалили а, а этот сок тот будет э -э нет нет я пока что не готова к этим боссам. они меня обидели, у... убедили убедили здравствуй хамикадзе правый и левый кристалл пересекаются, в смысле пересекаются между ними больше, чем 16 блоков. Э, так что, ну, в общем, убедили не убивать, они меня обидели. Э, пока что ждут. Э, суть в том, что то уменьшение, о котором пишут при их пересечении, практически, короче, мне не важно. Вот так скажу. И я вам покажу, какой скорости я добилась. В принципе, я ей довольна. И э, ночью она, конечно, выше, а днем чуть-чуть меньше. Но по большому счету я довольна. Ну, не подводи меня. Это хорошая скорость. Без единого ускорения это хорошая скорость. Вот эта штучка с минимальными апгрейдами, это просто какой-то атас от Осетский. Э -э нет, лети меня дай. Лети мне дай. Вот, вот эта штучка мне прям нравится. Вот прям, прям вообще огонь. Как будто я сюда 100-500 этих запихнула. Здравствуй, дедушка. М модераторы хулиганством занимаются? Да, могут, могут. На костер этих босиков. Дарк <laughs> Эвила мисс кликнули, а дедушку за что? <laughs> как стек спидапгрейдов. Вот как-то так оно работает. Очень, очень даже довольно. Радует, что в этой версии оно еще и по площади работает. Пока, пускай эта штучка Пускай эта штучка здесь стоит, а потом мы его, ее переставим. А почему запись прошлого стрима не сохранилась на ютубе? Интересно, вы думаете, что она сама сохраняется? Нет, я сначала... Стрим был 5 часов. Сначала 5 часов он у меня конвертился, сеп... то есть целую ночь. Потом я его разрезала на две части, и еще где-то 7 часов оно рендерилось. И вот сегодня я залила первую часть, она а завтра в 12 будет. Модераторов нужно в угол поставить. <laughs> Модератор слишком стар, чтобы его в угол ставить. <laughs> а, а если со стеком грейдом? Не хочу даже проверять. Не хочу, потому что... А зачем? З -з зачем? Просто... Просто зачем? Вот. А вторую часть стрима на пятницу зальем. Чем сегодня займемся? Займемся сегодня реактором. А вдруг ему понравится? Честно вам скажу, что в этой квартире и углов то не так уж много свободных, поэтому нет, не понравится. Займемся реактором. Я тут, видите, наделала всякого, наделала Фероборона и наделала тот Эллоя, вот, вот этот красавчик. Мне кажется, да, модератор Стар, модератор супер Стар. Я сделала для него, да, сделала коробочку здравствуй пенсионерчик будешь писать с ошибками ничего страшного флешка не дошла до реактора поэтому реактор дошел э, до флешки и я набросала э, в принципе свою схемку не хочу в этот раз повторять не хотелось самой натыкать схемку я ее натыкала э, Программка мне показывает, что схемка рабочая, она не должна перегреваться. В процессе можно будет внести парочку изменений, там есть куда подвигать. Ну сбрось ты все, но ну, я шифтом это делаю. Вот вот такие моменты меня эта штука не, иногда раз, раздражает. Вот через удаленную эту точку доступа э, оно и с затормозкой крафтит, поэтому все-таки летать к э, центральному мне нравится больше потому что эта штука притормаживает. Может из-за того, что она без ограничения дальности, ну, в общем, я не в восторге. Где я хочу сделать этот реактор? Э -э -э может, 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 может. Да, в одном чанке это плохая идея. Давайте мы ее под кровавушкой сделаем. Почему нет? Это же все-таки будет временная Дальность не при чем. А что, причем? С контролем, ну, как бы со станционарной штучкой у меня таких проблем нет. Где мы эту штуку разместим? А может, под этим? Под этим, потому что я этим мало пользуюсь. А кто сказал, что я его отключила? А биг реактор тогда отключим? А зачем его отключать? Этот реактор будет временный. Нам нужно сделать вот этих кружочков. Запись стрима появится на Ютубе. Да, через какое-то время. Нам нужно сделать вот этих кружочков. Можем посмотреть, куда еще эти кружочки идут. А зачем нам энергия? Вот, вот, зачем нам энергия, если у нас есть источник энергии? Вот, кружочки идут только сюда. Все. Больше, в принципе, у нас нет вариантов на ее использование, и нам буквально нужно четыре штучки. Буквально четыре штучки. А, смотрела я одного красавчика, который. Э, а здесь есть энергетическая мусорка. Было бы хорошо. Э, который вообще заморочился и сделал это все автокрафтом. Но я не думаю, что я готова ради четырех штучек делать это. Э, а ты посмотри, крафты на ульт -стале. Зачем я смотрю на юзач этой штучки? Юзач этой штучки. И все. Здравствуй, Вениамин. Ну подождите, я смотрю на юзач этой штучки. Почему мне не показывает, где она еще используется? Значит, какие-то ее... Эти... Ну вы поняли. Результаты обработки. Вдруг другие пилеты будут использоваться. То есть не сносить реактор, да? Все равно мы будем ставить его в овере, потому что ускорялка у меня в овере. Погнали. Сделаем здесь себе платформочку, желательно в одном чанке. И это явно не та кнопка, которую я хотела. Желательно в одном чанке. И будем делать. Угу. Сделает она в одном чанке? Конечно. Именно в одном чанке тут все и сделано. Я же так аккуратно размечала базу, чтобы у меня было все в одном чанке. Угу. Да. Нет. Значит, тогда будешь здесь. Вот здесь. А, а тут у нас apply там, да? Хм. А это что такое? Кто-то мискликнул. Так, давайте отключим это. Значит, будем под под огородами делать. Реактор на немного, а термояд навсегда. Не в авто. Uh... Здравствуй, балбеси. Здравствуй. Нам нужны какие-то блоки для строительства, да? Что-то такое, чтобы не выбиваться. А у меня фигня этих, блоков. Ну, значит, тогда в один слой будет всего лишь. И, и реактор у меня будет 7 на 7. То есть одного чанка будет достаточно. О, я пришел прям к началу. Здравствуйте. Алекс Микрон. Приятного аппетита, Алекс Мыхня, и тебе. Опять включу все-таки эти и сделаю в одном чанке. Не знаю, это, э, это на меня плохо влияет э, Грегушка. Ш, как оно так странно включает? Что-что ты мне показываешь? Вот, покажи мне чанки. Что ты мне показываешь? Грубо говоря, а, уголочек уголочек и насколько низко я хочу тебя зафигачить здесь где-то так еще ниже отличненько это не течанки да я увидела что это прям совсем не течанки какие-то огромнейшие босс меня этот прям прям вывел сегодня злая нехорошая была прям ужас Ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Отлично. Какой размерчик? Семь на семь. Однослойный. Да, вы сейчас скажете, этого мало. Очень мало. А что за босс? А ты таки выбила? Нет. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 16. Чем освещать будем? Киркой. Ой, а что ты в эту сторону мне не поставил? Там что, блямпочка? Где? Точно. Сма смотрите, что освещалка натворила. Ну, а здесь будет аж освещать? Давай, давай. Давай, давай, давай. Работай. Ну. Вот. Вот. Осветили. Не все. А здесь можно? Ну. Не, вот серьезно? Ты вот так вот со мной поступишь? Здравствуй, Рустам. Здравствуй, Саварс. <coughs> да нет, се... нет, нет, нет. 7 на 7, а высотой в 1. Хочешь в 49 блоках разместить весь реактор? Да. Кажется, всю неделю будет крафтиться. Но у нас как бы между стримами как раз неделя и есть. Практически. Так, отнесем э, оставшиеся блоки. И я себе достану достану э, скриншотик того, что я напридумывала. Вам его, конечно, показывать не буду потому что ой, все. Потому что ой, все. Лучше высоту тоже поднять. Поднять-то можно, но я не хочу. Я, я серьезно. Ой, ВС, ой, ВС, ой, ВС. А почему не будешь? Потому что не хочу. Потому что не вижу смысла его поднимать. Предвкушаю нечто страшное. В плане страшное. В каком таком плане? Давайте поделаем блоков. Наверное, нужно начать с контроллера, потому что он тут самый замудренный со всех блоков. Я пыталась вынести цепочку, как эти штучки должны крафтиться, и что-то я не сильно уверена, что я правильно вынесла эту цепочку. Как бы философский стоун на этот стрим можно замутить. А можно замутить реактор, пускай себе работает, а мы поделаем еще какие-то задания. А, Вау, проспал начало стрима. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как так можно? Как так можно сладко спать? <laughs> а, давайте жмакнем, посмотрим, что у нас есть. У нас ничего нет. Где там за баллы канала показывает чат и скрин-реактор? <laughs> вот сделаю, посмотрю, что оно работает, тогда я поделюсь этим в Дискорде. А, вот. Так, нам нужны магнезиум, дебарит элой. Господи, это что за такое? Это тотало и какой-то... Мы такое и делали. Бось кофе записала. Нет, не хочу я их сегодня. Они меня расстроили. Смотрите, магнезиум диаберит. Помните, мы его делали? Как-то очень страшно он делается, да? Нет. Ой, а что он так просто делается? А -а -а, барон на магнезиум. Погнали, сейчас закинем. У нас тут есть чудо это обрабатывалка. Это кто? Ты литиум. Магнезиум. Что у нас с магнезиумом? О, у меня семка магнезиума есть. А вот это новость. Когда сделала и забыла, называется. А Видите, как оно подтормаживает? Ты у гипнотайза схемку сбрила? Нет, я схемку набросала свою. Мне его схемка не понравилась. То есть вы думаете, я в реакторе, в редакторе не осилю накидать свою схемку? Спасибо, спасибо. Нам много столько будет. Давайте 9, и тогда две полоски того э, барона. Вот крапченое оно забирает уже достаточно быстро. А это прям, прям медленно капец. И вот. Красота. Красота. Флешка и реактор. Шок. Ужас. Покажи свою схемку. Сейчас построим, покажу. Капец, звонить на рабочий телефон в 20, знаешь, что рабочий день до 17? Вообще нормальная практика. Не, ну, зн... нормальная практика, да. да. Люди такие внимательные, такие тактичные, прям сил нету. Им же надо, ты понимаешь, Рустан? Просто когда надо, оказывается, все другие правила отваливаются. Произошел взрыв в реакторостроении. Не взрыв, а прорыв, я бы сказала. Но если взрыв, то окей. Так, сколько у нас получится этих advanced плейтингов? 14. Ну, я наделала этих сплава, так что должно хватить. С этим понятно. Дальше нам нужна коробочка. И на коробочку у нас что-то не хватает. Что не хватает? Вот этого не хватает. Нам еще нужно будет сделать эту э, обработку... Э, обраб как это там? Топливо. Переобработку топлива. Надо будет собабахать. До этого дойдем. Надо хотя бы реактор поставить посмотреть, что что он там будет кушать. У меня есть эндер печки, у меня есть эндер печки, но у меня нету пластин. Это, это хорошо. А, ты просто так делается через графит? Окей. А как мы графит делали? Хороший вопрос. Две печки, дашь мне? Не дашь, зараза я такая. А как как печка делается? Из эмеральдовой есть? О, есть. Фух. Супер. Ну что, контроллер готов? А у нас есть задание на контроллер? У нас, в принципе, есть задание на этот фьюжн реактор? Мне, мне очень интересно. Сейчас закрепим панельку, посмотрим, где у нас нуклеер. Где он прячется? Я постоянно его теряю. Он вроде бы какой-то логичный, эта штука обозначен, но для меня абсолютно нелогичный. Ясно, пошли прощелкивать. Тета, ну, йота это точно нет. Лямбда, Капа? Капа. Ммм, капа. Отлично. И есть ли тут фижин? Блин. Давайте сделаем еще одну печку и засчитаем ее для задания, потому что флешка торопышка. Торопыга был голодный, проглотил утюг холодный. А я проглотила, короче, нуклеар печку. Пригодится, наверное. А ты уверена, что топливо хочешь именно забабахать? Этот реактор не взрывается. Подождите, это даже не Петр, он не, не взрывается. Так. Дарк Вениамин. винямин, и что? А, котелочек, да, котелочек это подписка. Спасибо за фоллоу. Не он. Пенсионерчик, тут какие-то неоновые еще это подтягивается. В Эмпирале, здравствуй. После постройки реактора флешка, он сорвется и разрушит весь мир. Нет, 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 это не тот, это не тот. Мне кажется, здесь даже нет таких. Нет, здесь здесь драконик эволюшн. Я его взрывала один раз, ну так чисто для эксперимента. Разрывается, но не взрывается. Опять Эндер. Трегирейс, трегирейс, я тоже на Галину постоянно трегируюсь. Галинит, шмалинит, глина, Галина, постоянно. А какой тут максимальный размер реактора? Этого э, нуклеаровского понятия не имею, понятия не имею. Вообще, я даже, знаете, я самой концепции, что на что влияет, не сильно понимаю. Я где-то год назад смотрела от разработчика обзор вот этих всех штук. Или это не от, от разработчика? Ну, короче, вот такого сильно умного человека, он как-то рассказывал эти все штуки, как что на что влияет, какой из блоков. Ничего не помню с этого. Нереволент, uh... здравствуй. Замкнутый яц. Мне 18, я очень старенький. У нас просто есть пенсионерчик, и, ну, в общем, там длинная история с неоновым, так что не буду углубляться. Просто это была oh, информация yeah. для него. Спасибо большое, сестер. Спасибо за... <с> Спасибо за подписочку. Добро пожаловать в Ковен. Вот. Давайте немножечко любви накидаем, сестер. И поприветствуем, поприветствуем в Ковене любви, сердечек или других проявлений, на которые вы свобо... свободны. Способны. Угу, свободны. <laughs> вы свободны. Фижн а, реактор, Reactor... о, нам, смотрите, предлагают всяческих штук поделать. Наконец-то, наконец-то, книжка нам хоть что-то под... подсказывает. Е Ей! А, откуда у меня графит блоки? Нам нужно еще графита сделать, кстати. Гра... Ух ты! Смотрите, что у флешки есть. А это хоп графит и просто графит. Е Ей! И что, если я этот графит вот так вот за графичу, у нас получается вот такой вот графит, его потом дробить нужно что ли? Не люблю дробить графит. А видимо придется. Пошли дробить графит. Получение ураново-плутонного топлива из отработанного уранового. Да тут столько этих э, этапов э, обработки, что, честно говоря, я немножко сломалась, когда пыталась это в себе вынести на панельку. Поэтому э, буду по наитию это просто перерабатывать. Ну подожди, ну увидишь. Эндер Крипер, дай мне скрафтить блоки нужные. Итак, Давайте сделаем сначала то, что нужно для задания, а потом я буду себе из того, что нужно для задания, от, э, отбирать то, что мне нужно для постройки самого реактора. Итак, нам нужен fission реактор-порт. Окей, звучит э, несложно. А для этого нужны э, блоки. Угу. Реактор-кейсинги. Хорошо, для этого нужны нам опять графи графитовые штучки. Пошли, заберем первое. Ну, Мокс, он же уран-Плутоне был еще в Индастриал Крафте. Как будто я играла с Индастриал Крафтом. Так, чтобы прям серьезно. Флешка, а на какой сборке ты реактор делала? Э -э 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 да, Sky of Diamonds. Но этот монстр прекрасный, там дизайн от Ильи. Это просто замечательная такая монструозная штуковина, которая работала великолепно. Но здесь я не хочу повторять. Понимаете, что я не хочу повторять? Мне кажется, что я уже повторила два раза схемы. Я хочу свою попробовать схему. Мне кажется, это интересней. Я понимаю, что они, она не будет самой эффективной, самой э, продуктивной, скорее всего, но она будет моя. Я вот изучение Майнкрафта, оно же, оно же в своем процессе прекрасно. Так, есть у нас. Предлагают сделать прозрачный кейсинг, но я прозрачный использовать не буду. Там они не нужны, там ничего красивого внутри не будет, чтобы на него смотреть. Поэтому просто выносим и сразу убираем. Все, ты сразу уйди. Хорошо. Графитовые блоки, да, мне понадобятся графитовые блоки. В каком количестве? 14. 14 графитовых блоков мне понадобится. Так. Я не могу вспомнить, Сашенька, вот, 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 вот ты можешь вспомнить, на какую версию ты меня тогда подсадил? Мне кажется, что это было один, два, что-то там. Хотя я могу ошибаться. Прям снимать-снимать я начала на 1, 6, 4. Вот, но играла я раньше. И я прям не могу вспомнить. Я тогда просто с версиями 1, 2, 6. Я просто тогда с версиями вообще даже не была знакома, что как бы есть такие вот вариации. Вот. Так, графитовые блоки есть. Дальше нам нужны реактор селы. Реактор селы – это прекрасно. Сколько мне нужно реактор селов? Тин-тин-тин-тин-тин. Фил селы – 9. Есть такая буква. Тогда еще танков не было. Жуткостных имеешь в виду? Лучший реактор 7 на 7 и на 7, так как некоторые охладители требуют отсутствия рядом корпуса. Ну так, может, их не использовать просто? Ты давно майн играешь? Да, очень давно, очень давно. С девятью целым это миллион лет делаться будет, да, да, точно так, точно так. У меня вся жизнь впереди, как бы, справимся. И никто не мешает мне повторить один и тот же реакт, его, его можно в высоту нарастить или попробовать сделать еще один такой же, да, только в высоту. Хотя там, там они по этой плоскости будут конфликтовать. Так, дальше мне предлагают сделать empty coolers. Empty coolers э, у нас потом пойдут на разные эти. У нас есть активные, есть пассивные. На них пишет, кто из них активный, кто пассивный или нет. А ну-ка. А ну -ка покажи- ко мне тебе без разницы активный ты или пассивный то есть у тебя э, основа одна на все зависит от того буду я жидкость подавать или нет. Я поняла. Будет чем на пенсии заняться, да будет у меня Петр и будет у меня Озон. Мне кажется, веселая пенсия мне просто обеспечена. Значит, сколько мне нужно кулеров? А вот тут хороший вопрос, потому что. Покажи мне, покажи мне. Кварц, Глоустоун, вода. 8, 6, 8, 16 и плюс 6. 16 и плюс 6 это у нас будет 22 и плюс 4. И плюс 4. 24. Хочу еще один э, поэкспериментировать с одним вопросом. Мне сама программка не дала это поставить, но мне кажется, что когда я это соберу, оно мне даст поставить. 22, 26. Вот, 26. Отлично. И симулятор бомжа на пенсии. <laughs> Прекрати. <смех> Прекрати. <смех> э, Петр не выдержит таких длинных отношений, я в него верю. Он такой мужик, что надо. Стопа, в нуклере есть только фижен или еще fusion. Кажется, есть и фушн, но, к счастью, я никогда им не, э, не занималась. Обожаю смотреть за флешкой, когда она делает расчеты. Да, да, да. Я как бы вроде бы правильные цифры добавляю, но в результате у меня получается неправильная цифра, я ее озвучиваю, но крафчу нужное количество. Короче, все очень сложно со мной. И помимо графита, я и хочу использовать еще 4 штучки бериллиума. Я не знаю, смогу ли я смогу ли я, но мы сейчас попробуем его забабахать, где он только есть. Бериллиум. И как он должен выглядеть? Ну, это блоки. Это просто должен быть бериллиум блок. Ну, давайте бериллиум блоки. Так, а у меня нету бериллиума? У меня есть берилиум, вот в пыльке. Мы его зажарим и сожмем в блоки. Флешка умеет читать? О, очень редко. Очень-очень редко и очень, э, знаете, выборочно. Это такой то ли бонус, то ли проклятие стримеров. Тебе можно в столике собрать? Можно тебе в столике. Господи, реактор, да и реактор начинается синтеза э, этого. Фермаяда, кошмар. Кошмар какие ужасы? Давайте без этих, этих ругательств. Есть. Вроде бы с этим все. И что мне еще говорит? Еще мне говорит, что мне нужны мне нужны кейсинги. 126 штук это кейсинг. Я сделала намного больше. И это хорошо. Петр все вынесет. Как бы между нами уже столько было. Как только начинаешь стримить, сразу на тебя, да, на внимательность и на чтение, прям сразу минус накладывается. Тут я полностью согласна. Ну что, будем собирать этого монстра? Я надеюсь... А, я еще хотела... Подождите, я еще хотела... Я же школу ты не сделала. Да, пошла она. Пошла она собирать. Подождите, подождите ты делать. Значит, мне нужно кварцевых 8 штук. Ты кто? Ты кто? Ты где? Айрон. Кварцевый такой грязненький немножечко. Вот, кварцевый. Э -э, их нужно 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Э -э, дальше мне нужно водных шесть. Э -э да, я знаю, что они самые беспонтовые. Значит, мне нужно шесть ведер. Э, не ведер, а бакетов. Да, не ведер, а бакетов. Да, не воды, а бакетов. Шесть. Э, Можно через эссенцию наполнить, но у нас тут раковина стоит прям рядышком. Э, э, просто тут э, водичка с ароматом рыбки. Прям моя любимая. Ага, я, я тебя поняла. Я тебя поняла. Не то чтобы я это одобряю, такое поведение, но я поняла. И вот так вот каждую. Супер. Угу. На пятерочку. Э -э и нужно 8 глуустоуновых. Типонько. Раз, два, три, четыре. И хочу еще попробовать эндериумные. Мне кажется, они там должны встать. Э -э вот, просто эта штука не понимает, что оно будет контактировать. Вот оно должно контактировать. Ага, оно там контактирует с большим количеством сторон. А можно тогда его Там оно тогда контактирует с четырьмя сторонами. Все, я поняла. А они выдержат всю обработку топлива. Да. Не ведер, а бакетов. Вот они, дебафы в действии. Кнопочка начать стрим. Умение говорить правильные вещи. Минус пятьдесят. Умение считать. Минус пятьдесят. Общение со зрителями сто пятьдесят. А какой смысл в инженерной вышке, кроме как кидать в чатик с научными терминами? Одобряю, да, все, все, все. Если у вас есть по этому как бы специализация, все, одобряю полностью. Вот. Все, я поняла, почему программка мне не давала это вставить, но все равно у меня выходит сейф. Так, нам нужно сделать платформочку 7 на 7. Погнали. шестнадцать mm -hmm. Если в уголок. Нет, все равно оно будет чутка шире. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. А я могу тебе палочкой? Могу? Как, как думаешь? Ты будешь палочкой? О, ты будешь палочкой. И что дальше? А что тут произошло? У -у -у, как всегда, я поняла. Супер, супер. Теперь давайте повторим фиговину, которую я нарисовала. А можно в чате к программке кидать? В смысле программки? Э -э, там ссылка на программку или... Все равно ссылку нельзя кинуть? Женщины никогда не стареют и а становятся мудрее. Тут бы я поспорила. Тут бы я поспорила. Э -э, так. Где у меня стоят э, эти. У меня картинка слишком маленькая. Я на секундочку вас прикрою, <свят> потому что мне очень маленькая э, картинка. Хорошо? Я расставлю эти блоки и потом почитаю вас. Я немножечко сконцентрируюсь, расставлю их и буду вас читать. Э, честно говоря, вот честно вам признаюсь, какая разница между бериллиумом и графитом, я понятия зеленого не имею. Вот, скажу вам как на духу. Я без понятия. Просто мне показалось, что я как бы могу, значит возьму и все. Лучше оно проводит тепло, хуже. Да и в программке, в программке цифры не точные в плане того, что на Озоне, походу, немножечко откручены выхлопы реакторов. Даже не знаю, в большую или в меньшую сторону, но подкручены. Поэтому цифры не избегаются. По программке моя эта штука должна выдавать 300 RF в тик. Хорошо это или плохо? Да фиг его знает. Но должно выдавать 300 в тик. Вот. Вот, собственно, все. И сейчас поставим контроллер и будем посмотреть, что эта штука делается. На блоках написано, что нужно, чтобы они работали. Я в курсе. Uh, я понимаю, если бы я неправильно поставила, мне бы программка подсвечивала красным. Я прочитала, какие у них условия. Uh, не попробуем Эндериум, я ошиблась. Я что-то подумала. Я думала, что ему нужно хотя бы три контактных, а ему нужно конкретно три контактных блока. Вот. А я думала, что ему хотя бы три, а получается, я хотела его здесь на уголки поставить, а у него получится четыре контактных. Не на э, актив, на модератор блоков в программке не написано. Подожди, сейчас я снесу бериллиум. Подожди, подожди, хорошо. Да, я тут не дочитала. Смотрим сюда. Угу. <регулированный> mm -hmm. Угу. Пойди да разбери. У них аккумулятивный этот для как бы для каждой присоединенной целы на блок. Вот, если эта штука, что этого 6, что этого 6, как бы у них вообще разницы нет. Все, я поняла. У них разницы вообще никакой нет. Так, для, для разнообразия цвета у меня будет. В смысле, так вместо глоустоуна? Имеешь в виду здесь? Он все равно будет выдавать нужную мне температуру. Так, контроллер, контроллер я поставлю в эту сторону, чтобы он мне лицом к базе стоял. Вот, и давайте будем накрывать эту штуку. И также у нас есть Fission Reactor Port. Я так понимаю, здесь ну окей, давай здесь поставим тебя. Здесь эта штука будет выдавать электричество. Нам нужно будет сделать урну электрическую. Вроде бы здесь должна быть урна для энергии. Если нет, то даже не знаю. Какой-то блок, который будет постоянно жрать энергию? Это ж какой? Фиг его знает. Если оно действительно, мне сейчас покажет, что э, ему не хватает охлаждения, то возьмем, э, действительно, на углы поставим немножечко эндериума. Он вытянет ситуацию. Так, давайте осветим эту радость. Такая темная фиговина стоит, прям аж страшно. Ну и что? Вот, минус 3400. Энергию выдает контроллер? да. Очень интересно. А кто на углы поставил? Кто на углы поставил? Никто на углы не поставил. Никто ничего на углы не поставил. Все отлично. Все. Здравствуй, Филин Баба. Я тебя пропустила. Все замечательно. Что нам нужно сделать для этой штуки? Теперь нужно заставить ее работать. То есть закинуть ей топливо. У нас на Вутовской ферме стоит... Блямбочка. У нас так энергии. Дофигища. У тебя крестик. У крестик. У крестик. 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 Бегом, бегом, мне нужен торч. Бегите, глупцы. Стойте здесь, я их задержу. Вот, все. Попустила. Спасибо большое. Это привело бы к, к, неминуемому, к неминуемой погибели. Просто моментальной. Мини-реактор. Да, мини-реактор. Такой, знаете, плеский. Давайте посмотрим трэшкены. Да, есть энергетическая трешке. Угу, обожаю такие штучки. Жбоньки. Жбоньки. Лакс, наверное. Наверное, кто у нас тут двадцаточку передает? Ты тысячу передаешь, вот пять тысяч передаешь на. Хотя оно будет вырабатывать там фигню. Вот, девять хватит для этой штуки. Торо заказал сказочку. Так, э, я попыталась настроить звук на отмену сказки. Так что пока что, пока я не проверила эту штуку, э, давайте, э, давайте так. Э, я даю вот еще парочку секунд. Если кто-то что-то имеет против, вы можете отменить сказку. Почти карманный нанореактор. А при чем тут винтажка? Там же ресы в виде диска спауни... Нет. А -а -а... Да, тут Скривер <laughs> Скример на Все, все. Возражений нет. Все, больше возражений не принимаются. Давайте тогда что-то почитаем из того, что Лев сегодня читал. Что он сегодня читал? Волк и коза. Слышка, Лев все большое, но тут небольшой. Един волк видял коза да пасе над една стримна скала. Понеже не можел да се добере до нея, отдолу я заовещавал да слезе, Тата не біда паднала, без да се усети. Уверявал я, че ливадата при него е по-добра, понеже трава била съвсем свежа, а тя му відговорила, та, та ти не ме викаш на паша, а понеже сам нямаш какво да ядеш. Така и злусторница, кугату се да, извышать зло на хора, кое-то ги познавать, без печалба в своей кроежи Это польский? Нет, это не польский, это болгарский. В общем, волк и коза. Увидел, как-то волк вкусную, такую жирненькую козу, э, на утесе одном и забраться к ней не мог и решил ее уговорить, чтобы она слезла. И начал рассказывать. У меня тут такая oh, поляна. Так, Филин, спасибо большое. Что-то как-то криво делится сапками Twitch. Таки ня. Я не смогла. Я даже готовлюсь к стриму, там, кушать, шмушать, подготовиться. Вот, спасибо большое спасибо большое филин за рисап, давайте сердечек накидаем и короче волк уговаривал эту козу а коза говорит ты что ты за кого меня дурака держишь как говорится ты меня не кушать зовешь ты, ты не, не на полянку меня зовешь поп попастись, а сам хочешь чего-то перекусить вот и так плохие люди которых мы знаем когда пытаются сделать нам что-то плохое, а мы уже знаем это, и ничего у них не получается. Если бы так в жизни происходило, обычно те, кого знаешь, потом и не ожидаешь от них. Я сегодня в, Я сегодня в проезде. Я погнала отдыхать. Спокойной ночи, Филин. Спокойной. Давайте поставим здесь эту штучку. Я так думаю, что ей проводочек все-таки нужен, да. И э, закинем сюда топливо и посмотрим, как эта штука будет работать, да? Но э, тут не все так просто. Нам нужно топливо само где-то взять. Ты не пишешь мне? Да, да, да. Держите shift на этих, на предметах, чтобы почитать их описание. Окей, ты мне не будешь писать, что мне тут нужно сделать, да? Вот вы, наверное, про этот фьюжин реактор, а не фужн. Ну так имеется в виду, что ты уже знаешь, что они плохие, да? Галя, неси ключ у нас отмена. А, ну так как сказка была, ну я попробую это сделать. Нет, звука нет. Не знаю, что там нужно сделать, не знаю, как там проверять. Ну, в общем. А взгляд такой, как народа. Нет, у меня в голове перевод происходил просто еще. Извини, Филин. <плевается> Куда хочет? работа не работает. Прогуливает, не модерит. О, ужас. <плевает> э, топливо, топливо. Нам нужно топливо. Не, 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 Филин, ты у меня почетный модератор. Эм... Что делать? Нам нужно топливо. Нам нужно получить для начала вот этот деплит, вот такую штучку. Значит, для этого нужно сделать вот такое топливо. Как оно делается из всяких урановых фигонь? Так? Можно инготформером? Из чего? Нет. Значит, нам нужна такая штука и такая штука. А что, она мерцает? Можно просто уран, да? Изотоп-сепаратор. Нам нужно через изотоп-сепаратор прогнать елориум, и мы получим всяких классных штучек. Я правильно понимаю? Давайте сделаем изотоп-сепаратор. -сепар... Мы потом все будем там сепарировать. С одной стороны мне нравится, когда всякие штучки раскладываются с одного на 40, но с другой стороны как бы... Ой, все. Подожди, я два раза уже кликнула эту штуку и, и ничего не сделала. Вот. Давай так. Давай так. И изотоп сепаратор. У нас же. А, у нас нету этих таких барабанчиков. Электромоторчиков. А есть на них все? А вот на них все есть. Где-то я психанула, видимо. Е Ей! Изотоп сепаратор. А также нам нужны апгрейды из нуклеара. Мне кажется, что у меня есть. Но мне только кажется. Я поняла. Я поняла. Ну-ка. Давайте сделаем. Как я там делала? На 8 спид-апгрейдов 16 энергетических. Вот так вот. Также мне понадобится 2 сундука. Наверное, один побольше, а один поменьше. И первый и транслокатор или два транслокатора два транслокатора что мелочиться транслокаторы вот транслокаторы и поставим где-то там где э -э мы ускорялку тут поставили а вот даже здесь я думаю иди погуляй немножечко хорошо что ты снимаешься со всеми твоими апгрейдами а, если не ошибаюсь с первым днем школы спасибо спасибо точно так точно так Раскладываем уран. Е -е -ей. <сНу> und und <meetings> В нуклеар крафте очень много видов топлива. <bulun> Сначала лучше на уране все делать. А разве у меня есть выбор, как бы, вектор админ, админ вектора? У меня нет выбора, по сути. Мне нужно постепенно пройти эту цепочку. Я не могу <с Brisbane> сразу сделать. Спасибо за фолу. А спид грейды кто забыл? Никто не забыл дожили, флешка моторчики барабанчиками называют. Ой, я вас умоляю, я еще не такие штуки говорила. Здравствуй, чудо. На земле в урановой руде я очень рада. А первый день как прошел? Да у них только это торжественная часть. Что, компьютер не выводит больше транслокаторов? вывозят пока что. Это, это еще и при урезанной-то памяти. Э, ты можешь историю начать? Могу ли? Могу ли? А чего он у меня в цепочке не светится? Ботики есть, ботики есть, просто у него эти э, времена еще не настали. Месяц назад, я же начал. А, хорошо. Прям история Тория. Ну, давай посмотрим. Вынесем его. У меня в полосочке он как-то не проскакивал. Видимо, я что-то упустила. Итак, что мы с Торием можем сделать? А что я могу история сделать? А как мне история сделать пилет? Я не понимаю тебя, Вениамин. С какого конкретно тория? Торий ингот, возможно. Изотоп-сепаратор, торий ингот. Вот есть ториум, хорошо. Ага, вот этот Тори. Поняла. С торий ингота через изотоп-сепаратор. Давайте мы сначала изотоп-сепаратор. Поставим, настроим его э, с сундучками и посмотрим, что у нас там будет происходить. нас надо бы посветить здесь. Можно здесь посветить? Пожалуйста. Красный, красный, свет красный. Э, подавать буду сверху, отдавать... Да, поставила, поставила, так поставила. А теперь оно не будет освещать, потому что на желтой крестике оно не реагирует почему-то. Давай, от ТБУ на что раскладывается? Из другого изотопа? Тория. Торий кидаем в изотоп-сепаратор. Получаем 230 и 232. 30 предлагаете? А с 30 нету пилета. Так что с ТБУ фьюэла. Если с него нету пилета, значит его в реактор засунуть нельзя. Это ж правильная логика, да? Ну. Вот, 232. -й. Вот, 232. -й. Так почему ты меня с толку сбиваешь? Эм, нужно настроить входы-выходы. Чпоньк. Сверху будем закидывать. Тори, так, Тори. Тори у меня есть. А сбоку будем отдавать. Отдавать, я сказала. И настроим тебя. А, так, принимаешь ты сверху. А, отдаешь сюда. Супер. Апгрейдики. А, на тебя эта штучка подействовала или нет? Мне кажется, на него эта штучка не подействовала. Или подействовала? Я не вижу. Я не особо вижу. Партиклов с него. Поглядим. Если что, перекинем ему все эти. А зачем начинать с а не урана? Хороший вопрос. Путь ближе. Если мы возьмем ТБУ-фьюл, загоним через его, через фьюжн-реактор, мы получим на выходе деплиты ТБУ. Его разобрав, мы получим что? Ураниум, Нептун, Нептуниум 236 и 237? Нет, не ближе. Так зачем тогда? Вениамин, а в какой смысл тогда в этом? Зачем ты меня сбиваешь с мысли э, тем, что никак не влияет на конечный результат? Д даже на скорость. Так я тебе несколько раз выше написал. А зачем это было вообще говорить? очень интересно спасибо спасибо хорошо хорошо я поняла так закинем этого если не будет справляться с ускорителями э, можно будет повесить еще один спектр Койл, я видимо погорячилась с, с этими проводами они а столько машинок э, с этого ты сказала что можем начать только с урана с начального топлива все поняла Это из серии нормальные герои всегда идут в обход. Я пыталась в обход, на самом деле, балбес. Я пыталась в Джей натыкать жидкостями, но что-то я, что я не осилила. Я заблудилась реально в этих крафтах. Я даже не, не могу сказать, с уверенностью, это возможно или невозможно. Uh, не могу себя замолчать. Не надо себя замолчать. Кристаллик не вешает грейд на машинку. Его нужно снять и переставить. Он рандомно выбирает машинки. Вот основная схема топлива. Стой! А почему ты с ТБУ начинаешь? Так, тут я себе скопирую просто. Просто тебе скопирую и закину сюда. Все, скопировала. А почему ты с ТБУ начинаешь? А почему не с Урана? Какая нафиг разница, если потом в ЛУ-233 переходишь? Скрин сообщения. Я скопировала. Спасибо. скопировала, потому что реально разобраться в этих 100-500 этапах невозможно. Нет, возможно, конечно же. Давайте заберем Уран. Тем более, это у меня и что Ториума, что Урана есть. Но начнем с Урана. А я разве... Тут и елорем, кстати, можно. Тут вообще без разницы. Закинем, посмотрим на скорость. Да, ни к черту скорость. Значит, что мы делаем? Мы берем, сносим эту штучку. Ставим ее заново. Может, даже здесь. И перепривязываем. Linkin tool. Перемещатор. Ой, сейчас как раз ночь наступит, и оно максимально эффективно будет работать. Тут у меня тоже крестики. Линкен-тул. Не убираем с рук. Я уже несколько раз полетала так вверх-вниз. Убирая с рук, пока тестила эти все изменения. Давай. Баф ненужную машинку. Мне кажется, что оно транслокатор бафнуло. Да. Оно бафнуло транслокатор. Ты серьезно? Оно оба транслокатора бафнуло. Штука забавная. Иди сюда. Ебоньк. Ну, вот тут я понимаю. Так, так, так ТБУ, получается целиком из более А на Урановой нужны куски 235-го. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Она в соседнюю руку переложится и бегать с ней сколько угодно. Но между измерениями все равно не работает. Топлива, кстати, хватает. Давайте мы еще этих ускорений туда докинем. Он вообще влезет. Бух. Бух. Жги давай. Отжигает машинка не по-детски. Не работает, но на базе удобно так бегать. Сон не начинал. Чудо, а может не надо? А может не надо? Так, сколько нам этих штук нужно? Нам этих штук нужно приличное количество. Значит, нам нужно что? Господи. Лео 233. Все. А почему у меня записан Лео 235? Потому что я буду с 235 начинать. А, погнали 235 нужно сложить в эти большие а эти большие плюс а и 38 -й. мы получаем 38 получаем 38 сразу в этих окей покажи как ты складываешься покажи мои меня свое складывание и сколько у тебя выходит? 10 штучек. Давайте закинем хотя бы 10 штучек, чтобы наш ректор уже э, работал. Я честно не знаю, сколько мне их изначально нужно, чтобы м -м, сделать 4 штуки те, что на камушек. Я предполагаю, что двух стеков мне вроде бы могло бы хватить. Но это не точно. А, я же сюда ускорялку хотела принести. Точно. Точно. Где наши энкоры? Тут, как бы, поэтому я делала ее на отшибе, чтобы э, ничто больше с ней э, не конкурировало. Вот. Так, э, палку-телепорталку наверх. И... Оно же привяжется на два разных. Делай так. Я думала два. И потом его гонять туда-сюда. Ну и смотрим теперь на эту штуку. А, рацион сигнал, господи. <laughs> смотрим на эту же штуку, а штука вообще не собирается двигаться. редстоун uh, сигнал, да. Я, я помнить. Программа, так. Теперь я кидаю в Discord программку с э, картинку с этим, с этим, с этим, с этим. Что, что не так? Вот. Перегрев. А с... слишком быстро? Или что? Надо было ускорение убрать сначала? Где? Где сообщение? Сейчас к, приниму, применю к флешке секретную технику. Укушу. У нас тут фейерверки. В смысле в 19к перегрев? Сейчас я картинку кину в Дискорд. Где моя картинка? Отдайте мне мою картинку. Смотрите, в Дискорде в Озоне. Где там перегрев? И все на пассивных этих. Или я не то топливо выбрала? Можно с тобой нет. Конфиги же другие. Разбираем, собираем по новой. Иди сюда. Окей. А что у меня расплавилось? А у меня дискорд обижает, закрыл доступ к Ковину. Э, откроет, когда я обновлю перепривязку. Но я не сейчас это буду делать. Все, признаю, не права, не получилось. Я не донастроила эту штуку. Да-да-да, я в, то, в том-то и дело, что я топлива не выбрала в схеме. Угу. То есть, если я засуну сюда ТБУ, то оно все сработает? Да, не 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 кусайся, ты так больно. Да-да-да-да, горю, горю, я в курсе. Давайте повторим тогда с ТБУ. Только я заберу эти штуки жидкие. А что расплавилось? Стержни, и все. 5 секунд поправить. Нет, не только стержни располовились. Нет, топовый не хочу. Я хочу свой. <coughs> Даже если мне его придется переделывать несколько раз. Можно мне не переделывать чье-то, а сделать свое? Теперь у тебя на базе будет, будет бегать корова с двумя головами. У меня вообще корова не бегает, к сожалению. Они куда-то все ушли от меня. Раньше спавнились хотя бы чуть-чуть. А теперь вообще не спавнятся. Корпус и снизу расплавился. Ну, корпусов я и так сделала с огромным запасом. Не знаю, психанула немножечко. Поэтому не страшно. Ячейки. А, да. И что-то еще по центру. Я не переключила в программке топлива. Это верно. Это верно. Переименуй базу в Чернобыль. Пускай американцы второй, второй сезон снимают. Да. Эй! Майнкрафт завис. Перестраиваем заново. Сейчас там уран вытащим. Э, закинем Ториум. И э, запитаем его тогда Ториум. Ой, чуть-чуть случилось-то? Спакуха, спакуха. Реактор кейсинги. Верните мне, пожалуйста. Вот, отлично. Снизу реактор кейсинги. О, можно было сразу жидкость закрывать реактор кейсингами. К счастью, тут нету радиации. Не знаю, почему ее отключили. Было бы веселее с ней. Ну, как-то так. Так, где моя открыт? картинка? Ты с Твистером здороваться будешь? А, я зачитала его сообщение, не поздоровалась. Здравствуй, Твистя. У меня тут реактор немножечко расслаби... расслабился. Можно в шахматном порядке ставить креотины и охладить топливные ячейки, до да, определенного топлива хватит. Поняла. Поняла. Так. Где моя картинка? Вот моя картинка. Так, убрать. Убрать дискорд. Иди дискорд отсюда. Да я уже сам как реактор минут 15, наверное. Ой, все. Ой, все. Так, значит, значит, что э, я потеряла только ячейки топлива. 9 штук. А вот то, что, то, что топливо разное по-разному охлаждается. Это действительно я не ушла. Тут просто однозначно мой косяк полностью всецело. Значит, у меня пошел спать берилиум. 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 Три штуки. Раз, два, три. Хорошо. И графит. И две воды буквально. Окей, доки. А, мы вместо воды, кстати, тут можем поставить теперь эти э, эндериумные. А, и контроллер блок у нас ушел спать. Все, поняла. Куланд. Ку. Эндериум. Эндериум. Вот там мы можем поставить эндериум, а графит вернуть на место. Один. Один графит вернуть на место. Иди сюда, графитик. А сюда мы поставим эндериума. С меня какие-то пузырики летят здесь. Может действительно есть какое-то это заражение? Тут Филин Бабай написал про предел топлива. Филин Бабай написал. Я это увидела в шахматном порядке, вроде бы это и зачитала. Все зависит от конфигов, но вроде на ХА-242 должно хватить. Типа до третьего этапа. Нет, у меня все пассивные. У меня все пассивные. Можно было бы и активные. Они тогда чуть-чуть больше будут выдавать. Но пока что у меня все пассивные. Э, так, давайте контроллер повторим. Повторите, пожалуйста, контроллер. А я его даже... Нет, не убрала, к счастью. Э, так, э, не зря мы сделали еще одну дополнительную печку. Не зря, не зря. Я думала, она лишней будет там пылиться. А нет. Сейчас при... пригодится. Контроллер. Что, что не хватило? У тебя не хватило. Не-не-не, тут этих штучек не хватает. Так давайте я сделаю хотя бы их пять. А то каждый раз доделываю. Опа. Опа. А вот этот поворот. Если это вода, то с охлаждением все еще хуже. Я же кинула в дискорде картинку так 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 нам нужно сделать э, блютониум рецептик вот такая вот пылька и как тебя заполучить только так М -м -м. не хочу я туда идти честно говоря у меня нет запасных Оказывается, нет. Прям совсем нет. Тут кораллиум у нас остался. А кораллиум не хочу. Уйди, кораллиум. Пошли, сходим за жиркой. В Эребус. Дайте мне запустить эту штуку. Ну вот, вот, вот. Ну, ну. Я поняла свою ошибку. Я хочу ее поправить. Ой, тут не летаю как оказывается, я тут не летаю. Я поняла, в чем ошибка, и я хочу ее исправить. Ты они три процессора здесь нету. Вот, смотрите. Репроцессор. Тут мистикал агрикалчер и вот этот. Фьюл и репроцессор и все. Где я жидку? Жи жидку. Там жидкость? Нет, там портал. Я где-то ставила точку на жидкость, нет? Или тут недалеко? Жижа? Вроде бы вот там вот же. Да, вот там вот же. же. Отлично. Отключен тут 3 процессор. Если бы так просто было, то я бы переработала весь тот, который у меня там лежит. А, к сожалению, нет. Где мои баски -то? Ну, 64 я точно не буду набирать, но сколько? Я уже вроде бы каждый раз, когда прилеж... прилетаю к этой фигне, говорю, что было бы прикольно, если бы она загоралась от э, факела там или от джетпака. Нет, ну выкидывать вед... ведра это не наш метод. Отдай. Подняла, нет? Оно исчезло или что с ним случилось? Вот это интересный поворот. И чтобы вернуться домой, давайте воспользуемся яблочком. Я что-то их шифт кликнула разочек. Второй раз не буду спешить. Я сначала запущу реактор, а потом буду <соскорять> ускорять его. Давай, загружайся. А я поразворачиваю все свои странички, которые я посворачивала. Которые мне нужны. Вот так. И ОБС. Все, вернула. Все, теперь видно. Отлично. И что нам нужно замочить? Что нам нужно замочить для блутониума? Жмаки, 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 жмаки. А, замочить для блутониум нам нужно ценить даст. Пошли. Я просто не успею среагировать, Филин Бабай. Понимаешь, если он медленно разогревается, я успею среагировать. А если а, он моментально это делает, то я не успела среагировать на это. То есть эту, эту ошибку можно было пред, предотвратить. А, так. Точнее, расплавление можно было пред, предотвратить. Она ну, вроде там не по многу кушает. У флешки не получилось уничтожить свой мир с первого раза. Она решила попробовать... Да, да. Со второй попытки точно получится. Точно. Если там минуса нет, то даже не включай. Я в курсе. Есть. Ну, можно мне еще? И много инвентарь влезло. Отлично. И это все зажарить. 143 FPS. 6 ложек ты куда положил сахара? В смысле 6 ложек сахара? Ты вообще там еще живой? Так, это нужно поменять, потому что будет раздражать. Это куда можно ложить 6 ложек сахара? Да что там уже? Что ты их куда-то складываешь? Ты их сразу ешь. Ты же пока размешаешь, еще пойди размешай это все. Сразу ешь сахар. А зачем его куда-то складывать? В большую кружку я тоже шесть кладу. Вот О, это, это это поворот, ребята. Вот это поворот. Не, в малую. А влезает? А вообще влезает? Так, и закрытие, да? Закрыть. Давайте попробуем закрыть. Теперь это все безобразие. Какой в этот раз будет билд реактора? Такой же, только мы топливо сейчас поменяем. Правда, там у нас э, то делалось. Э, сейчас поменяем на ториумное. Потому что да, потому что, когда в редакторе я тыкала топливо, э, точнее, тыкала схемку, я не поменяла. Ай! Ты какого лешего меня бьешь? Я не поменяла там а, топливо. Готово. Да? Крестики. Крестики. Все так же. Крестики. Поставишь мне, пожалуйста? Нет? Вредничаешь? Ну и бука. Ну и Фина тебе. Так, пошли Ториум закидывать. Чай, сахар, чай, сахар? Без понятия. А, такого произведения, я не знаю. На кружку 0,5, 7, 8 ложек сахара. Ребята, зачем вы воду переводите? А просто ешьте сахар ложками. Просто. Зачем все эти промежуточные э, штуки? Тхориум. Тхориум. Полный тхориум. Давайте, погнали, тхориум. Это же уже весь переработался, да? Переработался. Смотрите, сколько красоты наработали. Погнали теперь тхориум. Будем делать ТБУ, значит. Зачем тогда чай? Я не понимаю. Вы вообще за этим сахаром чай чувствуете? А самым важным сундучки исправились? Да, да. Именно по наблюдению Балбеси и по совету я переделала стекло на цельные блоки, и все поправилось. Да, я зеленый в основном пью. С сахаром. Окей. Okay. Окей. Okay. Okay. Я просто как бы приняла во внимание осуждать не берусь. Как бы. А, Алекс Микрон. Да, в принципе, ну, в общем. А значит, что нам нужно? Нам нужно вот эти штучки, да? А, загогулинки. А, нам все загогулинки нужны. Тут нету даже вариативности, да? Окей, окей, давайте все загогулинки. И и чпонни Ну что, плавим следующий реактор. А эндериум охладители будут работать? Вот этот, честно говоря, не знаю. Я бы даже его переставила, потому что я не думаю, что он контроллер будет считать как за блок. Поэтому давайте воду сюда переставим, а эндериум сюда поставим. А так, по сути, он, получается, дотрагивается до трех блоков. А что значит в одном вертексе? Что значит в одном вертексе? Кто-то можешь мне сказать? Что значит вертекс? Если не будет, мы сейчас поставим там воду. Мои расчеты были все-таки под воду. Можно даже сделать. Я не знаю, что такое вертекс. Угу. Вот, не работает, значит. Что так много ты выдаешь-то? А? делаем воду. Как будто это мне что-то сказала Вениамин. Вообще ничего не сказал. Так. Но эти, как бы, эти два водных не, не поменяют ничего. Ничего не поняла. Потому что озончик. Вот, поэтому ничего не поняла. То есть эта ваша программка абсолютно бесполезна для Озона. А что, если эндериум закинуть туда, где четыре стороны? Эндериум не работает в плоском реакторе. Да, походу да. Ну и вода здесь не будет работать. Тут Здесь цифра не сходится с теми, которые я э, получала в симуляторе. Сейчас снесем вверх и будем пробовать. Отлично. Так, значит, мне нужна программка эта. Загрузки. Да, иди сюда. Иди сюда в Окей. Да, только вы этого не видеть не будете. 7 на 7. Единичка в высоту. Так. В нее ручками нужно вбивать конфиги для ПО-3. Отлично. Просто отлично. Да, я вижу. З Замечательное занятие. Ясно. До свидос. Будем тыкать на обум. Давайте тогда попробуем сделать охладители креотимные и будем их заменять. Нуклеаркрафт. Слишком я обрадовалась, слишком легко мне получилось, да? Нуклеаркрафт. Сделаем мне таких вот штучек 10. И сейчас попробуем их разместить. А что кончилось? Криотим даст? Да ты гонишь. Ничего там, что там кончаться вообще? Вот, спасибо. Я вот вбил все, я поняла, мне нужно было это вбивать и как бы перед стримом, а не сейчас. Я поняла, что нужно было ее перенастроить. А не хочешь активно? А сейчас будем тыкаться. Если не получится, то придется еще какие-то активные подключать, да. Итак, условия э, у Селы, она должна э, касаться хотя бы двух. Что? Угу. Угу. ручками, только не забудь сохранить настройки. Я сейчас этого делать не буду. Филин, ты, конечно, не видишь этого, но ссылки в чате запрещены, и они сюда не долетают. Мы все видим только эти три звездочки. Креотим хочет две ячейки. Я понимаю, что он э, может и больше, но нам нужно еще как-то и расставить эти отводители тепла. Для чего они нужны и на что они влияют? Вот это хороший вопрос. Если это понять, может тогда подумать, как их расставлять. Уйди. Значит, я хочу 9 ячеек. Можно их попробовать вот так вот расставить. Вот у нас получается 5. Иди сюда. 6, 7, 8, 9. Сюда поставить 4 криотиума. И попробовать от этого плясать. Хорошо. Глоустоун у нас требует э, модератор блоки. Окей. Можно модератор блоки сюда поставить. Уйди. Сюда поставить глоустоуны фиг его знает. Вот это уже на обум. Глоустоуны требуют два модератор блока. Окей. И у нас остается свободное пространство. В принципе, вот здесь можно еще... А, если я здесь поставлю еще эти штуки, то еще глоустоуны смогу добавить. Окей. Сколько у нас? У нас тогда больше глоустоуна даже влезет. Мне нужно будет еще 4 глоустоуна попробовать сделать. И сделай мне четыре глоустоуна. Раз, два. И сюда еще два. Все купили себе бунгер. Задница ощущаю, что будет бум. Бума не будет. Ты еще креатив можешь поставить вместо графита. Что делает графит? Что значит без модераторов? Кто знает, что именно делает модератор блок? Так, здесь можно поставить, что это? At least one active moderator. У меня нет активных модераторов. Ты что? Uh, at least one reactor cell или active модератор. У меня получается вот эта фигня. Получается вот эта фигня. У меня слишком много ячейки, оно с этим не, справ... не справляется. Что значит контроль? Графит, как и берили, нужно только в том случае, если нужно много энергии. Uh, я понимаю, что это есть. Я спрашиваю, что они делают. Они разве не ускоряют обработку топлива? Вот. Они делают обработку топлива, то есть топливо сгорает быстрее и выдает больше энергии. Или, в принципе, из того же количества топлива мы просто получаем больше энергии. Если оно не влияет, если модерирующие блоки не влияют на скорость, позитивную сторону то может их тогда вообще убрать давайте попробуем давайте попробуем так закроем посмотрим и э, попробуем убрать э, блоки подождите но на скорость они никак не влияют они греют и увеличивают скорость выхода энергии Не скорость, а количество. Что теперь у нас? Ей! А, ну вот, минус. У нас и тогда, пока мы не запустили, был минус. Наведись на стрелку, сколько э, обрабатывается э, это? А тут не пишет, сколько обрабатывается? На скорость влияет только количество ячеек. Значит, можно э, можно убрать э, модерирующие блоки. Сейчас давайте попробуем запустить э, и посмотрим. Он не греется не греется от слова совсем. Вот, и его уже можно ускорять. Правильно понимаю? Но это потому что с ТБУ. А тогда я косикнула с Ураном. Хорошо? Будет время написано на двух вертикальных полосах. А, так. Три минуты. Три минуты, но это мы еще ничего не ускоряли. Берем наш Linking Tool, берем палочку и пошли ускорять. Кстати, а ради чего делаем реактор? Короче, такая фигня. Вот ради этой штуки. Нам остались всего лишь эти четыре блока. Если, если, давайте выключим. Если нам не нужны модерирующие блоки, фигачим все роды и охлаждаем их даже тем же кревочевым. Вот. Можно записать себе. Три минуты. Сносим экспериментируем и сделаем прям супер быстрый но в один слой уходи уходи крышка ставите быстрее чем сносить так значит вы нам не нужны до свидания вы тоже пока что не нужны. Сейчас мы с вами разберемся. Вы ставитесь только возле модерирующих блоков, а модерирующих блоков у нас не будет. Значит, сколько ячеек я еще могу сюда доставить? Да много. Мне лень считать просто. Но прям супер быстро. 7 на 7. Нет. 64. Вот отлично. Отличное количество ячеек. Погнали, погнали, погнали. И за за затыкаем это все а креативными охладителями. А что никто так не делает? Никто же не строит, ну как бы, Ну, никто не строит его ради энергии. Все ради энергии уже построил для этого монстра. Давайте попробуем вот так вот. Так, тут раз, два, три.

и 14 креативных. Прям полный перебдеть будет. Есть у меня такое ощущение. Пинь, 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 пинь. А если и это не пойдет, можно, короче, парочку этих сделать активными. Я же правильно понимаю, здесь ввести ему э, жидкости все, и он будет активный. Или нет, или они как-то там перекрафчиваются. А, он делается просто э, пустая клетка, а потом заливается... Сейчас бы вспомнить. Не помню я про активные. Ну... Пока что освещал освещалду не буду ставить. И теперь посмотрим, что у нас тут получилось. Минус 17 тысяч, это я, конечно, пере -это, перемудрила. А ведь нуклеар очень много энергии дает, если кормить тем же Калифорнием. А теперь расскажите мне, как его просто цивильно добывать этот Калифорнию, Калифорний. Вот, если бы я смогла, если бы я могла сразу дойти до этого Калифорния, я бы не заморачивалась с этим всем. А... Тут, тут вообще тут вообще ничего. этот полный перебедеть. Это тебе либо расширить надо будет реактор, либо меньше блоков внутри. Зачем? Теперь 54 секунды. А если мы это ускорим, то есть давайте ставим ускорялку здесь, идем наверх. Нет, я хочу сначала запустить без ускорялки. Я, честно говоря, не хочу переделать я его еще раз. Это все очень смешно и забавно, как он э, ломается и плавится, но э, нет. Вот. У него сколько-то там секунд. Куда еще ускорить? Так, чтобы делал вжух, 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 вжух. Хотите вжух? Я хочу вжух. Вы же мне говорили, что я 500 лет это буду делать. А, так. Так. И погнали вниз. Даже не промазала. А что ты не ускоряешь эту штуку? Эй. Тебе нечего больше ускорять. Ах ты, вредина мелкая. Не, ну вы это видели? А нет. А нет, заработал. Ей, заработал. Ей. Круть. Он трубу ускорил. И трубу тоже. Нет, 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 ускорил, ускорил. Ох, уже эти перепады получаются у, у, у полосочки. Так, давайте мы все это скинем вот сюда, и нам понадобится два стека. Включаем ночь. А давайте, а давайте, я же могу, хочу, могу и буду. Ну, блин, как я так не досмотрела в той про... Я вам часто скажу, на Diamond Sky я тогда... Тыкалась в этой программке, да, а потом взяла схему Ильи. Угу, я свой так и не собирала. Флешка упоролась в реактор. Не зачем, в смысле не зачем. Как это не зачем? А вот эти штуки. А, так, я хочу два стека этой фигни сделать, и у нас, значит, нужно еще два стека тхо тхориума. Что значит не зачем? Как будто нам эти э, красненькие шайбочки с неба упадут. Схемку делала. Не так долго я ей делала. Конечно, печально, что я не досмотрела, но это совершенно не странно, что я не досмотрела. а вот с этих, а, это 30, это 32. И в результате у него получается запас перегрева такой, что что-что. Что оно не только до середины топлива нам хватит, оно значительно и дальше нам хватит. Привет, а зачем сливать энергию с этого реактора никуда? Разве реактор выключается при полном буфере? А я без понятия. А у тебя там два ритуала на ускорение, что еще стоит? Э -э Нет, у меня стоит э -э один ритуал на ускорение, а его запитывают э три кристалла, потому что... Мы с вами на стриме поставили один кристалл и один ритуал и средничковые линзы. Линзы я потом поменяла на стопроцентные и большого э, прироста в скорости не увидела. А вот когда доставила еще два вот этих запитывающих, прям супер прирост получился. Конечно, можно еще больше, но я не стала прям упарываться еще больше. Не знаю насчет не зачем и зачем, но любые эксперименты флешки для меня как зрителя бесценны. Мне нравится экспериментировать. Мне кажется, вам тоже нравится... Нет, с... вам самим не нравится экспериментировать с какими-то новыми модами. А... Это же интересно. Нет? Возможно. А... Но мне не нужна выработка энергии на этом моде. Алекс Микрон, понимаешь? Нет? как видим, не выключается при полном буфере энергии. А там, там не буфер, там у меня сливается энергия. У меня тут просто топливо закончилось. Значит, трубу можно убрать. А сейчас попробуем. Сделаем стек, занесем туда и посмотрим, можно ли трубу убрать. Мне кажется, что он будет перегреваться при полном этом. Но я это... Я не эксперт, не эксперт в этих реакторах. Есть стек, Отлично. Под настроение нравится. Иногда хочется взять сразу хорошее и готовое. Но для этого есть гайды. Мне кажется, не надо путать э, летсплеи и гайды. Давайте уберем трубу. Если она вот так мозолит глаз. А где у него вообще хранилище? У него вообще хранилище есть? Вот. Вот это хранилище, это и вход, и выход. Значит, все-таки не с контроллера выходит энергия, ребят. Вот, он полный. Или, или с контроллера тоже. Вот, с контроллера тоже. Вот он полный, но продолжает работать. Поняла, приняла. Окей, урна, иди сюда. Ты еще пригодишься. У тебя из 450 сливается только 9К. С контроллера тоже. Да. В этих реакторах энергия и температура независимы и не влияют друг на друга. Отлично. Реакторы пугают. Меня пугают те, что действительно взрываются. Но этот, видишь, балбейся. Максимум он разольет вот эту горячую водичку. Все. Это максимум, что он сделает. Обидно, конечно. Но, как видишь, он расплавил блоки только те, которые прикасались к этим ячейкам. В которых было топливо. А, Даешь реактор из драконика? Нет. <с, <с, нет. Я его сделала, я его запустила на первом или втором озоне. Потом ради прикола мы, её, мы его взорвали. Э, но чтобы я его повторяла, да ни за что. К счастью, тут нет вот этого списка ачивок. Спокойной ночи, руса. Спокойной ночи, Русо. Там слишком все за, 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 заморочено. А тут нету ради радиоактивного загрязнения на этой сборке, по крайней мере, вот. Такие эксперименты в Петре бывают фатальны для прохождения, потому что на поэтому на Петре я этим не делаюсь. Что? Что флешка? Здесь нету загрязнения. Оно отключено здесь. То есть, ну, ну поплавала я в этом. И что? И, и ничего. а я слышу звук Гейгера. Да, это такое. Или нет? Нет. Давайте. Кстати, а нам по заданиям мне не говорили делать счетчик? Нет, не говорили, к сожалению. А что делает филлер репроцессор, ребятки? Нам нужно еще фил репроцессор. У нас есть изотоп сепаратор, и нам нужен фил репроцессор. Вот кто нам еще нужен. Пошли крафтить. Ну, в смысле, как пошли? Здесь крафтим. Фил репроцессор. Пока делается топливо, репроцессор. Пока делается топливо, мы с вами забабахаем и этого дружочка. Чего нету? Ключка. Да, я эту штуку называю ключиком. У меня закончились пистоны. Я, видимо, где-то психанула. Давайте психанем еще раз. Так, shift клик. Есть. Есть. И фюрел репроцессор. И теперь насчет этих ускорялок. У меня опять они кончились. Давайте по стеку сделаем. Это у нас нуклер. Нуклер. Получилось 20. 20 это не стек. Не устраивает. Можно ли, пожалуйста, стек? Устраивает. Сделала? Не сделала, конечно, потому что АЕ не умеет подтягивать ресурсы с инвентаря. Это слишком сложно. Это слишком сложно. Золото стек. И этих штук стек. С... Пущай. Конфиги мы не трогаем. Загоняет обрабатное топливо, получаешь элементы следующей ступени. Да, да. И да, есть реакторы на расплавах соли. Да, -да. да ну нафиг стек грейдов. Uh, тут спидовых нельзя стек ставить, потом подача энергии не справляется. Флешка скрафтит стеки, стеки апгрейдов. Кстати, насчет этой э, магнитной штуки. Нет никогда больше ни за что. Эта штуковина собирала весь лут, который должен был идти мне сюда, и закидывала мне в систему. И я такая, что у меня в системе места нет? Да потому что туда пошло 100-500 тысяч сумок и 300 миллионов костей и плоти. Потому что она быстрее, чем, э, чем э, мой магнит затягивает в данкнул. No. Все, нет. Отказываюсь эту штуку даже держать э, в... в этом. Энергогрейды гасят почти все спидгрейды. А, нет, в половину. В половину. Не надо. Вот тут странно, что справляется. Так ты знала про теплообменники, что, они, что он нужен для работы солевых? Без понятия о чем вы. Нет, нет. Я убила балбес еще раз нет, еще два раза этого страшного с тентаклями. Все, как, как написали, все, как советовал чатик и из лука, и на втором этаже, и подстелила семь слоев каблы, чтобы ничего не свалилось, он не дропает. Я пошла смотреть видосики, и с тех прохождений, которые я нашла, там тоже людям не дропнуло. Но они такие, ну, не дропнул, ну, я ж убил, и взяли с креатива. Я такая, а что, так можно было? Пока что я в раздумьях, что с этим делать. Э -э, залью эту часть на YouTube, посмотрю, может, там что-то кто-то напишет. Э -э, вот, пока что я в сомнениях, что с этим делать. Можно копию донкнула подключенным к держать. Копию донкнула. Угу. Здравствуй, Феникс. Здравствуй. Потому что я нашла еще прохождение э, как бы этого же босса на All The Mods эксперт режиме. Там все нормально, корректно сработало у человека. А э, на Озоне не сработало. И не то, чтобы я как бы только у одного летсплейщика это увидела. Я увидела это в трех... В трех или четырех? Я не помню. Я много смотрела видосиков сегодня. Э -э uh, а попробую энергию генерить через сливы. Зачем? Зачем? У меня есть реактор, у меня есть в доступности, я даже не сделала еще самые крутые солнечные батареи, мне некуда девать эту энергию, но там и версия другая. Вот и в этом вопрос. Эта сборка даже не собирает. Но смотри, Эндер Крипер, здесь другая ситуация. Если бы я знала, что вот на этой версии у всех так сбоит, я бы такая, ну окей, у всех сбоит, так и сбоит. Вот, но нет, та же Лалабай, она вот недавно убивала этого босса, и у нее все получилось. Значит, значит, где-то в какой-то комбинации факторов у меня получается либо сбой, либо мой косяк. Я не понимаю, где мой косяк, потому что я делаю все правильно, с моей точки зрения. Все варианты чатика я перепробовала. Вот, где писали, что я что-то делаю не так поэтому я в замешательстве. А ты что, днем не работаешь, что ли? Совсем? Вот этот поворот. А у меня ночью растения не растут. Надо выжить при убийстве Джаза. Я выжила. <coughs> И все. Он оставит ее на месте себя. Не оставляет. Вы думаете, мы его только раз убили? Так, давайте это тоже уберу. Так, и здесь тоже давайте возьмем транслокатор и сундучок. <coughs> транслокатор. А куда я делаю транслокаторы? Это хороший вопрос. Я же не могла их всех использовать. Нет. Вот, отлично. Но эта штучка сюда не дотягивается. Я что-то не сильно понимаю. Ты устала, да? Или что? Ну, не дотягиваешься, не дотягиваешься. Здесь не так много работы, чтобы прям тебя напрягать. Значит, я хочу, чтобы ты выдавал сюда. Спасибо. А принимал, ну, если вдруг, то сверху. Да? Давайте попробуем вот так. Ну, нет, 64 не буду ставить. 40. 40 так как здесь. И закинем эту штучку. А транслокатор поставить было бы неплохо. Было бы неплохо. Забивается в моменте просто, да? Один ритуал. Нет. Мне говорили, что можно бесконечное количество этих подсоединять. Нет? Блин. Тогда в чем? Нет. Нет? Не, ну тогда фигня. В смысле? На одну, на одну штучку один ритуал фигачить? Тогда не прикольно. Не, тогда не прикольно. Можно кучу соединений? Но она же светится, но, но, я не вижу, что она ускоряет. А ты работаешь? И это свет. А тут видно, что она ускоряет. Там части... Вот тут частички есть, а там частичек нет. То есть только если я отключу ту, это заработает, что ли? Вот. А Балбеси говорит, что у нее 4 работает. Может, пыльку на транслокатор? Отличная идея, спасибо. Я чатик зачиталась. Так, вот. Да, сразу другое дело. Полностью согласна, Коля Андрея, прям в точку. А там блоки не светятся. Да, да, никто не светится. Хм, -м -м. Странно. Возможно, когда там реактор перестанет работать, когда он обработает все, вот он выключится, тогда она включится ну, хорошо, хорошо, тут как бы она не обязательно. В принципе, изначально я хотела ускорять именно вот этот процесс. И мне нравится та скорость, с какой он работает. Не светит, значит, не радиоактивен. Так, ой-ой-ой-ой-ой, господи, мне кажется, мы немножечко переборщили или нет? Два стека-таки перебор или нет? Реактор уже отработал? Да, нет, еще не отработал. Он как-то тут не сильно узко. Такими волнами, короче, знаете, такие вот как, как накаты получаются. Оно не очень такое м -м, стабильное. Вот. И как там говорил Филин э -э, Бабай, следующий нам нужно делать Леу 233. Я его себе выносила. Нет, я шла чуть-чуть по другой цепочке. Окей, пойдем по этой. Раз у нас уже есть подка подсказка. Маленько переборщили. Больше не меньше. Как будто... Как, а для чего я этот ториум ращу? Вот скажите мне, пожалуйста, мне его солить на зиму, что ли? Пока что я не вижу другого использования для него. Вот.

Ну, закидывай все, пожалуйста. Ну, я же тебя прошу по-хорошему. Получилось два стека. Ой, кажется, оно размножается. Ну, зачем тебе солить, если новый вырастет? Это же образное выражение. Так. А это нужно 238. А это 7, 6. И как вы это делаете? Эх, завис. Не зависой, пожалуйста. Память, память уже едет, честно, честно. Мне кажется, 238 мы с Уранем там на ковыряли. Да, и засветилась флешка, когда забыла изотоп из кармана вытащить. Точно так. А ты кто? А, а ты 238 -й. То, что доктор прописал. <coughs> да, есть. Есть и такая штучка. И в результате нам это нужно соединить. Соединить, и получится у нас лево 233. Хорошо. Но этот должен уже... Починился? Кто починился? Где починился? Получилось меньше. Меньше, потому что у нас там этого 48-го, 38-го меньше. Можно мне еще 38-го? А я тут Ториум дальше гоняю, да? Хм. хм. Если я там елориум засуну? Хочу, чтобы было ровно два стека. Елориум же можно в слитках? Майнкрафт заработал. А что у тебя сломалось? Можно тебя в слитках? Видимо, можно. Ай, не то. Нет, 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 стой. Вот так вот. Делаешь мне 38-й? Да, делаешь, спасибо. Мне нужно еще, наверное, 38-го. Ну, прилично. Но видите, та штука сейчас не работает. Но и это не запустилось. Странно, странно. В Реактор класть топлива. Это уже предлагаешь. А, стек можно закинуть и посмотреть, что у нас теперь с температурой будет. У нас там, конечно, запас в 17 тысяч получился. Но это вот минус 13 тысяч. Хорошо, запас еще есть. И мы получаем деплит э -э, depleted level. Вот, да, совсем не по той полосочке пошла. Окей. Пускай себе там скрипит потертое седло. Я, кстати, кстати, разобрала вот этот мусорник. Я вот не уверена теперь насчет этих ускорялок. В игру зашла, они все светятся, но ни одна машинка не светится. Да вот как-то странно. Видимо, да, нужно выбирать в какой-то конкретный момент, что хочешь себе ускорять и э, там ускорять. Компьютер старый, но озон третий все же работает. Держу, за тебя пальчики просто. Просто держу пальчики. Так. А тебя что, места не хватило? Господи, сколько вы этого мусора-то выкидываете? Давайте возьмем себе парочку дроверсов здесь поставим, потому что что-то очень много. Дыро. Или дра. Драйверс. Поник, пуник, пуник что у нас тут есть? 237. Мне кажется, он нам пригодится еще. И парочку апгрейдиков. Раз, два, раз, два, раз, два. Ты кто у нас? 36-й. Так, 36-й. А ты что? 235-й. Господи, а ты что такое? А ты 33-й. А ты мне вообще нужен? Это хороший вопрос. Ох, светящаяся эта э, стеночка получится. Но, по-моему, у гипнотайза видела несколько этих ускорялок от одного ритуала. Понимаешь, у гипнотайза прохождение полтора года назад. И там еще в процессе самого прохождения много всего менялось. Поэтому... поэтому Все не так однозначно. Сложно ориентироваться на прохождения, которые были, были еще до, как бы, прям основательного такого релиза. Еще чуть-чуть нужно. С Соседи шумят, что ли? Странно, почему дроверсы не светятся. Да, вообще. Там и э, металлы для стали совсем другие были. Хотя у него тоже не выпала э, эта штука. Шарик. Но он не стал заморачиваться по этому поводу от слова «совсем». Столько мне хватит на эту штучку. Еще доделать. 54. Нужно еще 10. 10 на 7. 70 штук. Много. Ну, а нужно ли мне два стека? Скорее нет. Так, что у нас тут по времени? А теперь эта штучка не светится, потому что, потому что у нас день. На тебе ночь. Растения порастут за кадре А нам этим позаниматься надо. Ой, давайте мы его сфоткаем. Горе моя луковая. А то потом даже на скрин нечего выставить. Вот, сразу пошла жара. Еще интересно, я не смотрела все его видео, я смотрела парочку, на которые натыкалась. Он разве на сколько усилителей он ставил на ритуал? Сколько у него этих кристаллов стоит? Если я полезу в create все сборка для меня закончена, поэтому с тентаклей буду только своими силами и мега мечом бороться. А -а. Ну смотри, я вот высказывала уже свое предположение, мне кажется, что у меня все забоговалось, потому что я при первой попытке его убийства влетела в ту его сферу и он считает, что я проиграла бой. Это мое предположение, я не утверждаю, что оно верное. Вот, может, если его прям с первого раза правильно убить, тогда все будет пучком. Вот. И самым главным моим открытием, которое почему-то никто не пишет и не рассказывает, что вот от этой светящейся штуки, которая лучи пускает, на что перетягивает, в бок улететь практически невозможно, но вверх улетается на раз-два вообще без никаких проблем. Расплавленный нужно было фоткать. Может, бахнем его для красивого фото? Блин, действительно нужно было сфоткать, но бахать второй раз я не хочу. Я немного перегрелся и отвалился перезагрузку. Это ты уже вернулся или отправляешься еще? А может, ребра из графита сделать? Зачем? Если мы выяснили, что модерирующий блок повышает только производство энергии, то смысла нет. Завтра читаюсь по поводу твоей догадки. Ты еще ни разу его не убивала, да? Это я уже пришел. А я тут по твоей этой подсказке иду. ТБУ, Лео, хэп Хэ. Мы пока что на ЛЕУ. Лэу пройдем и идем к Хэп 239. Зачем? Нет, я знаю, зачем. Как бы потому что не все так должно быть просто. Для красоты, да ребра а ты имеешь в виду вот эти ребра не Ну, смотри какая миленькая летающая тарелка потисончик просто потисончик вот все у нас есть вот этих две штуки на других сборках убивала ну как оказалось как бы сборка сборки рознь. А, так значит мы теперь эту штуку Давайте я введу, что нам нужно. Нам нужно прийти к хэп 239. Хэп 239, господи. Хэп 239. А, написала. Вот, хэп 239. Для этого нужно плутоним 239 и плутониум 242. А что ты мне дашь? 42 42, -й, 39. -й. Отлично. Ты мне даешь прям все, что нужно. Супер. Супер. Я с Абисалом не играла ни на одной еще сборке. Абсолютно ни на одной. Я прям вот серьезно, ни на одной. Абисол я первый раз в, это, в этой сборке вижу. И мне не особо нравится. Мне кажется, атмосфера прям такая супер-супер для двух веселых магов. Это прям их тема была бы. Что у нас тут получилось? Э, а америциум. Я ачивки получаю за все эти штуки, да? Уйди, америциум. Э, ты давай, перерабатывайся. И нам нужно, что нам нужно э, такой кусочек и такой кусочек. Иди сюда. Ой, как мало! иди сюда вот тебя много и за все мне дают награды 242 так кусочек выглядит да так конечно мы не будем скидываться конечно послушника скидываться в ае это для дураков да так и теперь эту штуку Сплющить? В смысле, это все? Да ты гонишь, там больше было. Эй! В смысле, там больше было? Прикольно. Вообще не прикольно. Почему мне дало всего лишь 7 штучек? Так, и эта зараза туда не влезает. Куда бы тебе складывать? Чтобы ты мне глаз не, не мозолила сюда. А почему этих получилось так мало? Потому что их и было мало. А, это 39. -й, 42, -й, 42. -й, это

Я же понимаю, что... Ну, как бы с двух стеков у нас получился стек. Да? Совсем ни о чем. Мало, мало. Оно уменьшается прям капец как. И что еще у нас есть сейчас? Чать-чать почитаем. А это кто остался? 41. -й. И это 41. -й. А -а -а. Блин, так получится, пока мы до конца цепочки дойдем. А -а, даже на 4 штучки не, не наберется. Это будет обидно. Э -э Спокойной ночи, сестра. Спасибо тебе большое за subscribe На хэп Криотеум пассивно должно хватить вроде как. А дальше надо уже. Э надо уже или брать активные охладители, или или перестраивать всю начинку реактора. Можно убрать парочку сэлов. Этот амерций тоже куда-то в топливо. Да, оно все куда-то в топливо идет. Мне нужен хэп мне нужен 239. Так, на 39 идет 39 -й и 42. -й. А, или мерцает еще... Подождите. Да, 42 конкретно. У тебя две улучшалки в дроверсах? Да. Не хочу. Все идет в переработку. Все оно куда-то идет. Не тоже бесполезных каких-то. Или есть? Посмотри, что я замериться. Зачем? Он мне сейчас не нужен. Мы сейчас идем совсем к другой цели. Не, не надо сбивать. Не надо сбивать мест цели. А этих прям совсем мало получится. И, и это не дело, короче. Это вообще не дело. Это что, нужно возвращаться опять э, к предыдущим? Блин. Мы потом все это в мусор уберем. секс Здравствуй. Больше радиоактивной гадости в космосе производить. Не. -е -е. Так, меня расстроило вот это. Значит, у нас не хватает вот этого. Plutonium 239. Откуда его еще можно э, получить? Изотоп-сепаратор. Ой, смотрите, я же его могу получить с блутониума. Интересно. Я его могу получить, ну да, отсюда. Тут как бы понятно. Хорошо, а мелкие кусочки с фьюл репроцессора. Вот, идет с деплитет Лео. Давайте сделаем еще этих урановых. Они должны у нас э, сработать. Куда я их закинула? Взяли рецепт и упростили, блин. Да как упростили? Такой себе. Этот блутониум так легко не делается. А... Спокойной ночи, Курайсекс. Да... да не так, чтобы просто что мы тут делали. Вот этот Лео 235, это 38 и 35. 35. А вот тут засадка. Я думала, что двух стеков прям хватит. А, но прям совсем не хватает. А блутониум из делается? Нет, он делается через кислоту из Mm, через кислоту из Эр... э, Эребуса, да. Так, ты кто? 35-й тоже. Тоже 35-й? Кто мне нужен? 38-й. Э -э -э, ты. Изотоп-сепаратор из Ураниума. 38-й из ураниума. Подождите, я же его делала. Куда он делся? Куда я его делала? Эй! чтобы сегодня философский камушек в руках подержать. Я поняла. Балбеси берет и продлевает стрим. Спасибо большое. Хорошо, хорошо, чтоб сегодня камушек-то что-то что-то он отдаляется от меня. М -м, давайте возьмем. Я же закинула сюда елориум. А Елориум мне давал. А что? Давайте возьмем еще Елориума. Ух, да вообще. Жуть, а по названию на кровищу похож. В смысле, 4 часа. Ну, до 12, да. Так. Ну что, ты мне дашь? Нет. Да, дает 38. Прям, прям сразу такой, как надо. Хорошо, давай, жги. А я тебе не кидала 238? -й? Нет. У Нет. Не кидал. Хорошо. Нужно больше. Давай, прям капец. Много там надо. Кажется, нужно вернуть ускоряшку. И что, я туда сюда наносить? Он, в принципе, достаточно быстро работает. Я просто, если сейчас ä, закину вот это обрабатывать, я начну путаться в них. А -а -а -а, вот. Мы можем просто взять и начать вот эту штуку закидывать туда. Вот так у нас должен стоять рецепт. И вот так вот. Вот. И мы таким образом получаем, блин, совсем чуть-чуть, 7 штучек. Фигня. Фигня. И на выхлоде по по получаем 235 лео. Ой, до Хэпа еще дойти нужно. Понимаешь, как бы вот это еще даже рано закидывать. В принципе, можно, да, выключить, посмотреть. Это скрин придется делать. Можно выключить, посмотреть и прикинуть, нужно ли переделывать реактор. Меня просто расстраивает, что такой маленький выхлоп его получился. Вот что меня расстраивает. И загвоздка именно в чем? В каком была? Блин. В каком была загвоздка? Скажи мне. 42 вроде бы много есть, да? 242-й. Да, 242 много. Загвоздка в этом 239. В 239. -м. 239 -м. Маленькие кусочки. Вот, они делаются из Лео. Совсем по чуть-чуть. Хм. То есть меньше одной штучки, меньше одного слитка с этого лео выходит. Поняла. Давайте дернем рычаг и закинем сюда эту штуку. О, а тут уже перегрев идет. Нужно будет убрать парочку стержней. Небаха, разжижение. Разжижение мозгов. И не говори. А знаете, что у нас тут это а? Потому что... Пипка-то не выдвинута? А чё пипка не выдвинута? Я стою, жду. А пипка не выдвинута. Конечно, оно не будет обрабатываться, если пипка не будет выдвинута. Из хэп ты что получишь? Какую схемку? Вот. Только я себе опять скопирую. Как без пипки-то? Я сама в шоке. Как без пипки-то делать? Надо выдвигать, конечно. Сколько их нужно переделать для этого дела? Так еще раз. И не. -не. Жмак. Это уже деплит, это все поняла. Семь штук. Это как с небоскреба вниз смотреть. Вроде этаж 30, а посмотришь, увидишь, как будто сотого. <как> Я что-то Я уберу пару селов. Уберу пару селов и посмотрим. То есть заберем пару стержней и посмотрим, как и поменяется ситуация. Может даже какие-то с краешку позабирать. Будем уменьшать количество стержней, тем самым мы... Я не думаю, что мы сегодня до, до философского дойдем. Это прям сильно оптимистично. Ю -ух -ух -ух. У нас какие-то гонщики спиди нарисовались. И суть даже не в том, что реактор медленно работает, а суть в том, что их много надо. И рычаг дернуть. Нет... Блин. Что я закинула? Почему оно? <свят> что я закинула? Мы же это уже перегоняли. Разжижение! <свят> Зато скрин красивый. Это даже непонятно, что это, что это этот <свят> реактор. <свят> я, я поняла. Давайте делаем скрин красивый. Вот тебе ускоряшки. Мы же отугнали уже. Я же только что... Или я что-то не то сделала? Там хеп... Нет, вот хеп стоит. Вот хеп при мне. Закинула я... Сейчас скажу, что. Лео 238 я закинула, да? Да, я закинула Лео 238, ребят. Угу. Нет, 235. А нужно было 233 Все, поняла. Поняла. Хотя нет, смотрите, тут есть деплитет 235. У тебя 14 хэп было, один ушел в реактор. А как я могла один закинуть? Я закинула зелененький, не надо. Очень странно, мы же сделали с вами вот этих перегнали, 7, а потом оно почему-то перегрелось. Можно дверь поставить, чтобы туда входить. А как он закинулся? Сделай побольше реактора сразу, чтобы нам можно было походить и охлаждение кинуть. Ты закинула потестить тепло, а он об... а зачем я его закидывала? Все, я поняла, я поняла, да, да. А вытянуть я его нужно было сбить, наверное, контроллер. Пошли заставлять. Сколько контроллеров флешки нужно сделать, чтобы а, сломать систему? М? Ну, работал же. Ну, работал. А что не ставимся? Закончился, да? У меня закончился гранит, представляете? Да, скрин сделал. Можно шифтом навести и будет видно а, температуру. Ну а. не додумалась. Не додумалась. Ну что? Будем продолжать мучить реактор или же, или же займемся какими-то другими заданиями. А реактор у нас пойдет на закадрию. А то, знаете, третий раз пересобирать это очень интересно. Вот, блин, я только отошла, а вы его все-таки бахнули. Но я сомневалась, что я его второй, бах... второй раз бахну, но, как видите, зря в себе сомневалась. Все у меня получилось. Сколько реакторов нужно флешки, чтобы сделать философский камень? <laughs> О, кстати, отличное название для, для записи будет. А, смешно и правда. А вот и нужно делать 7 на 7 Да, а босса нужно бить на втором этаже. Просто с этим 7 на 7 получается очень легко. Ты, Ты что, все сожрал? Да, он теперь все сожрал. Видите, какой красавчик. Давайте вот это, что уцелело, заберем. А здесь а, палка не заменяет жидкость. Ну все, вспомнила. Вспомнила, в чем минус этой палки. Я так билдинг-гаджет и не сделала. Кстати, зря. Сноси тогда уже весь реактор. Мне нужно заставить жидкость. Как мне ее убрать? 7 на 7 на 7 чинить дольше. Uh, да, они имеют в виду, что тут не обязательно все блоки заставлять, то есть можно ту же схемку поставить uh, в 7 на 7 на 7 и доставлять там охладители, я так понимаю. Кстати, они должны прикасаться uh, к этим стержням или нет? Там же ж нельзя просто от фонаря столько наставить. Так, с этим разобрались. Вот, и еще чуть-чуть. А тут уже можно блоками заставлять. Два реактора расплавить. Да, я не заметила, что оно не вытянулось. Я даже подумать не могла, что оно осталось там в этом ячейке. Что без включения оно начало ее уже обрабатывать. Ну окей. Мне кажется, я я уже знаю на два на два пункта информации больше, чем хотелось бы. Так, а ты что упал, что ли, или что? Что с ним случилось? Так, так. Реактор Кейсинг. Давайте мы еще там Елориумы закинем. Все-таки не елориум, там нужно ураниум тогда закидывать. Или расчет сразу сделать на этот, на Лео. Я снова тут. Надеюсь, что надолго. Надеюсь. Пошли делаем тогда на три. Где моя палка наращивалка, чтобы можно было там походить и поставить больше этих штук. Реактор. Отлично. Заканчиваются ячейки. А, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю свесить сверху каких-то светящихся блоков, чтобы нам всегда было светло, а не а, только когда реактор взрывается. Мне кажется, что это отличная идея. Glowstone. А... Если походить, то делать дверь. А чем плохо выбить выбить дырочку? Е -е Ей! Э, а -а -а он она работала. Так. Опять мне нужно контроллер делать. А -а да, реакторный порт можно убрать, но как бы это еще плюс один кейс. Пускай стоит себе. Зачем мне его убирать, если э, его придется заменить, как то на блоком? Пускай себе живет. Кажется, у меня скоро закончатся печки. Вот это будет номер. Есть у меня еще печки? Раз, два. Откуда у меня столько печек? Флешка, откуда у тебя столько печек? Влад, здравствуй. То есть, то есть Влад не видел, как я угробила два реактора. М -м -м. Настало время делать автокрафт печек. Это отличная идея. И сколько ты мне сделаешь этих штук? Давай на все уже. Здравствуй, здравствуй. Два реактора, да, расплавила два реактора. Один по своей прям совсем упертости, а второй раз просто по невнимательности. Теперь нужно при Владе бахнуть, не меньфа. Приветственный салют реакторам. Ой, я что-то не готова до такого. Влад, давай мы как-то обойдемся без приветственного салюта реакторам. А то что-то прям совсем. А, так, и теперь нету этих штук. Давай. Усиленных пластин. Третий раз самый лучший. Как это обойдемся? Ну блин. Ну, серьезно, может, не надо? У меня уже, уже даже эндеркейсинги закончились. Представляете? У флешки все заканчивается. Третий, третий реактор-контроллер это вам не хухры-мухры. Жмак готово. Я же говорила, что у Влада желтый ник. Ну, как желтый. Ну да, не зеленый. Все, я так давно не видела Влада, что, что была прям уверена, что у него зеленый ник. Бог любит троиц. Не надо. <связываем> еще сразу желтый? Золотой. Вот я говорю, что он не сильно желтый. Елы шпалы. Вот только приполз с работы. видосик Так, э, нуклер. Что мы там делали? Нуклер. Есть у нас эти штуки. Вот этих штук мы еще много можем сделать. Что там еще хотя бы к одному этому должно было прикасаться? Глоустоун нет. Глоустоун к модерирующим блокам. У нас нет никаких модерирующих блоков. Глоустоун идет лесом кварц. Тоже к модерирующим блокам. Идея лесом кварц. Водичка, кстати, к Селе, но, но водичка там вообще сильно погода не делает. А, ну-ка. Что золотишка делает? Нет. Золотишку нужна водичка. Что Редстоун? О, а Redstone, кстати, э, хотя бы к одному... О, вот это мне нравится. Хотя бы к одному э, этому... Э, к одному селу. Погнали. А я не знаю сколько. Давайте, 32. Так. И вот этих. Почему-то получилось 13. А можно у больше? Я хочу больше. У меня снег закончился. Не, у меня есть эти м -м, всяческие штучки. Вот. И мы сделаем как. Хотя бы к одной цели оно должно прикасаться. Погнали, погнали. Значит. Так. Так. Творческий полет. Нужно будет еще сделать. А, в принципе, между ними что-то можно ткнуть. Есть что-то без требований. Есть что-то прям совсем без требований или нет? Глоустоун нет. Мы Мод модератором. А путь до Калифорнии уже расписали себе? А, -а, -а тут Филин бабай скидывал, вот. Так я каждый раз скидываю, потом себе э -э не копирую. Можно еще что-то между редстоуном запихнуть, чтобы оно работало? Что? -э -э нет. Вода и кварц. О, кстати. А это ликвид гелиум. Ликвид гелиум, это вот так вот делается. И он, в принципе, дает 240. Роллы Калифорнии. <laughs> Кстати, всегда можно будет ликвид гелиум сделать, если вдруг потом. Давайте попробуем так сделать. Недореактор. Недореактор из полумер. С учетом того, что постоянно нужно менять топливо, прям не знаю даже. Так, и теперь криотиумы должны касаться хотя бы двух ячеек. А сверху потом накидать еще редстоуна. Редстоун уже ж хотя бы к одному должен прикасаться. Я же правильно его понимаю? Uh, at least one reactor cell. Да. At least one reactor cell. Все правильно я поняла, все правильно прочитала. В какой-то веке. Вот, и нам еще редстоуна нужно. Если у нас было 32 и осталось 8, значит, мы сколько потратили? Мы потратили... Я посчитаю, потому что прям капец. Мы потратили 24. И нам нужно доделать 16. Давайте доделаем 16. Чего-чего? Редстоуна -чего? у меня пока что достаточно. Пока что. Это ключевое слово пока что, потому что я не знаю, сколько Опа, опа, ну вы поняли? А, редстоун блоки. Я совсем про вас забыла. Да, я про вас забыла. Что вы не так просты, как кажетесь. Надо, надо поискать, где можно прям тырить стабильно редстоун блоки. Потому что, ну, крафтить их прям совсем не улыбается. Вот 16 штучек есть. Иди сюда. мы давно не по планеру строим. Первая моя по планеру обвалилась, потому что я не настроила планер под озон. А озон специфически получился. Вот. Поэтому мы сейчас... Ой, нет, отстань. В смысле, Считала, считала, считала. Угу. Флешка и считала. Как у меня это получилось? Их же 32 было. Или на один больше? Возможно, на один больше. Вот, и теперь закрыть. Нужно будет доделать кейсингов. А он мне не покажет в контроллере, сколько он способен выдержать. В одном месте креотин забыли. О, да, вижу. Как мне понять, сколько он, сколько он выдержит? С -с, дай мне, дай мне кейсингов. Я не, я не хочу топлива. А если засунуть топливо, не включать и потом разбить э, контроллер, он все равно его уже съел или все-таки оно исчезнет с контроллера? Внутри написано. Точно? Минус 26 тысяч. Хорошо. А ты сколько выдаешь? подождите подождите он выдает 960 он 960 выдает на одну на один стержень здравствуй ранрос Базовое тепло на количество ячеек. Мне опять сносить крышу и считать количество ячеек? Я знаю, как мы сейчас их посчитаем. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, Зачем я считаю, если там было написано 25? Вот зачем я это считаю? Да? Угу, да я, я, я только что это поняла. Да, да. Мне кажется, кому-то нужно больше спать. Э, ячеек 25. Это дофига. Дофига. Мы все равно не сможем засунуть сюда это топливо. А нет, это сможем. Значит, если ты а, 960 на 25. 960 на 25 ячей, это получается ровно 24 тысячи. У нас чуть -чуть с маленьким запасом. Вот. Вот эта фигня прям... Этот деплит. А там мое урановое сето. Да. Но следующее уже не войдет. А на второй часик сколько нужно чеканных монет? В два раза больше. А, Вениамин. Кто-то хочет лишить меня совсем сна. Так. Давайте закинем это в систему. И сделаем вот этого топлива. 235 -го. хотя мне нужно было 233-е. Почему, почему я думала, что с Елориумом e мы будем получать 233-е? Ну, а что ты чатику не веришь? Но у меня есть на это основание. <м�> <delete> Часовые тарифы, ну прям блудливый Майнкрафт на ночь. Да вообще. А... Если один пропущенный блок... Я поставила пропущенный блок. Я поставила его. Так. Нам нужно больше вот этого хэпа 239, потому что его совсем, совсем мало. Спасибо за фоллоу. А, вот. А, значит, для хэпа 239, хэп 239 нам нужно Лео 233 перегонять. Лео 233 погнали. Что нужно на Лео 233? Нужно 38 и 33. -й. А я взяла и сделала не так. Я сделала не так. Вот. У меня нет 33. -го. Откуда берется 33? й в изотоп нет. Не отсюда. Значит, тогда нужно смотреть на мелкие. Мелкие берутся в фьюл репроцессоре с диплютой ТБУ. Только так. Только так. Только хардкор я поняла. Сколько мы ТБУшек там прогнали? Два стека, и это вообще ничем не помогло. Хорошо. ТБУ это у нас 232 по всей площади. Чего его так мало-то? Хорошо, давайте сделаем вот это. И плюс, пока оно будет перерабатываться, мы с вами сгоняем и наберем побольше той жижи. Потому что сил, сил нету. Побольше той жижи наберем и э, будем гнать плут, э, блутониум на плутониум. Как бы это ни, ни звучало. Алекс Микрон. Не выражайтесь, пожалуйста. Давайте мы как-то будем соблюдать чистоту чатика. А то, если я начну выражаться, ух, не надо. Может, еще 62 стека ТБУ? Мы сейчас параллельно и то и то сделаем. Только мне не, не нравится вот это, что здесь забилось так все сильно. Давайте заберем. Кто у нас тут лишний? Кто лишний? Америк, Американил. Ты. Угу, апгрейдов сунуть бы. Мы сходим и возьмем э, жижи с, с Эребуса. И прогоним еще блутониум. Так. Ты кто? Ториум 230 Извини, нам не по пути. Не ты, не ты, не ты. А что у нас здесь? 35-й? О, 33-й. Стопе, ребята. У нас есть 33-й. Стопе, стоп, стоп, стоп. Стопе 33 есть. 33 найден. Отставить. Отставить панику. Всё, вот он 33 иди сюда красавчик тебя-то мы и искали тебя-то мы и искали может даже больше нужно Эй! весь иди сюда да и теперь 233 с 38 нам нужно в Лео 233 страшные цифры у меня, получается, и ТБУ теперь есть. Ну, ТБУ оставим, будем гнать Лео. Что с этим 235-м делать? Остаточки сюда закинуть. Перегоняйся. Погнали. Лучше все маленькое пихай в компаратор. Добрый вечер. Компактен. А давайте сейчас, сейчас, сейчас это переделаем. И что, теперь ускорялку опять сюда ставить? Или ты и так будешь справляться? Так, проверяем. Мы сюда пихаем Лео 233. У него, ну, вроде бы все хорошо. Вот. А, рычажок тебе поставить. А можно его вот здесь поставить? О, тоже так будет включаться. И сколько ты будешь работать? 29 секунд. Кстати, недолго. Ускорялку. Компаратор. Да-да-да. Да, компаратор. компакторов. Я же тогда хотела стенку делать э, из компактных броверсов. И меня очень жестко обломали. А где мой линк? Я же тебя нигде не посеяла. Или посеяла? Видим в книгу. Смотрим в книгу, видим фигу. Пошли наверх, залинкуем. Как раз, как раз пока ночь. Я вот тут Советую <клых> виньямина и не только нарастила этих питательных кристальчиков. Пускай будут. Не компактен дроверс, а именно компактор. Тоже хорошая идея. У меня просто дроверсы есть. Жги, давай. Ну, в смысле, не в прямом смысле. Мы уже достаточно сожгли. Может, мне вот эти штучки сейчас не понадобятся? Когда мы будем вдруг в следующий реактор делать. Все, и мы получаем depleted Лео. Ну, давай. Есть ли у меня какой-то бесхозный компактор? нету компактор я думала есть бесхозный а бесхозного оказалось нету и ему понадобится маленький койл койл маленького ему хватит а я заморачивался строил реактор 7 на 7 ну и ну. А, можно было просто астралку врубить. А ты не врубал астралку? Господи, я себе думаю, я делала сначала астралку для того, чтобы ускорять реактор. Все мне говорили, что я на таком маленьком реакторе буду гнать, это просто вечность. А, ну как бы... И что тут сделать? Что тут сделать? Но ну, оно ж вот эти сюда пихать будет и эти сюда пихать. Спасибо за фолу. Степ вальс. Господи, вы, вы, вы себе не представляете даже, что я прочитала. Вы себе даже не представляете, что я прочитала. Но точно не степ вальс. Короче. Мы поставим сюда компактор и буду сюда закидывать просто. Давай, мне нужно вот этого и еще какое-то количество. Давай, компакте, Жги, дружище. Отлично. Делаем на все. 233. Делаем на все и прогоняем дальше по списку. Я, в принципе, и ТБУ тогда могла бы сделать, да? Нет, ТБУ пока, по, пока пускай ждет. А где бы тебя оставить ждать? Я прям даже не знаю. Жди здесь. Сиди здесь, наказанный. У меня одно топливо 5 секунд, поэтому и топил за тот реактор. Ну, как бы он огромный. Я понимаю, что я этот уже три раза перестраивала, это бы получился 1,7 на 7. Я в курсе. Но мне важно было сделать его самой, без вот этих... Гайдов, потому что что? Потому что я уже делала по гайду и собирать его, конечно, интересно, но никакого удовольствия вот личного нет. Зато свое, да, два раза расплавила, зато свое. Ну как бы еще не вечер. Здравствуй, Суховей. А, Какие-то странные ники пошли нечитаемые. А нет, денчик флексит. Ух ты! Пришел Влад, и получилось самой. Да нет, я наконец Тендер Крипера по послушала. И исправляется, исправляется. Я дико кайфанул с билдинг гаджетов. Согласна, согласна. Я могу сказать, что я не попробовала даже и половины их э функционала. Итак, нам нужно отсюда делать хэп 239. Я его не вынесла, да? Давайте мы его себе вынесем. Вот нам нужен хэп 239. На хэп 239 у нас идет вот этот. Вот нам именно его не хватало. Вот этого получилось дофига. А 239 получилось совсем чуть-чуть. Поэтому, поэтому, как бы тебя весь да выцепить. Все, перегналось. Кто еще 239? -й? Мне нужно еще один 239, чтобы по нему жмакнуть. 41, 42, вот 39. И это все. Подождите, 239. Вот еще есть. Что ты меня пугаешь? Но все равно это крайне мало. Это капец как мало. Да, у нас есть э, компактор. Это про просто ни о чем. Ужас. Я потому что я делаю не по тому рецепту. Почему у них два вот таких вот рецепта странных? Я сделала не по тому рецепту, и поэтому у меня так мало получилось. Потому что это лэп, а это хэп. И я теперь эту штуку сделала. А, я умничка. Я умничка. Лэп и хэп. А, что, что будет лэп делать? У лэпа, у него генерация... Лэп 239. Это слишком... Филин Бабай, наверное, уже ушел. Это разное топливо. Но в его полосочке этот Лэп 239, он стоит значительно дальше. Видите? Нет, не Плутоний на ветер. Смотрите, в этой в этой цепочке он стоит дальше. Филин, окей. Okay. Если его прогнать, что мы получим? Кстати, можно его разложить и получить обратно все, что я потратила. Но ну, если его прогнать, мы получим Деплит LAP 39. И с него. Курим. Давайте мы его просто разберем и будем идти по той цепочке, которую э, это. Его можно разобрать. Тут не проблема. Я через L прошел все. Я запуталась в них. Можно просто идти вперед по всем видам топлива. Хэп, а не хэб. Мы сейчас по хэпу -хэ идем. Так, давай. Давай мы Плутонем обратно. И делаем с тебя то, что мы делали. Вот, хэп 239. А это лэп 239. Кошмар. Кошмар, как все сложно. Автор снова... А, не говори. Просто. Просто. Эти реакторы... Я, я не зря эту штуку откладывала прям на сам конец. Потому что оно все выглядит просто ужаснейшим образом. Я когда проходил от конца... Я пыталась от конца, честно скажу. В результате э, я просто запуталась. Какие же запутанные матрешки? Хэп 248. 248. Оранжевый. Да, он у меня тоже есть в полосочке. Но у меня, у меня видишь, тоже лэбы вы, вы, выписаны. Вот я себе выписала такую полосочку. Uh, я бы лучше реак... Я лучше бы реактором занимался, чем пять пар сидел. Короче, так, uh, кто? Кто? Хэп 248. Хэп. Uh, Хэп 248. Он делается из беркелиума. Господи. Беркелиум. Беркелиум. Uh, беркелиум кусочки у нас идут с... с Depleted лэпа 239 должно идти по схеме нет тогда должно идти с Хэа 242 до да. 242 -й. филин а то этот пятый э, этап лэп 239 он-то вообще нужен выглядит что нет Беркилум. Какая разница? Как... Какая нафиг разница? Беркелиум. 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 Хе двести -а сорок два. Леа, Леа, Хеа двести хе сорок два. И из америциума. Америциум у нас, кстати, есть. Может, мы сразу к америциуму можем приступить? А какой у нас америциум? 242 или какой? А у нас 243. Хорошо. А откуда получить э, америциум? Америциум 242. У нас есть 43. Нам нужно еще 42. А 42 получается... Еще раз. 42 получается. Из. Из, из, из. А фиг, узнает, из чего. Еще раз. 242-й. 242-й. Частички. Может, большие кусочки? Тогда. Частички. Фюл репроцессор. Он делается из. Хэп 239-й. Да, хэп 239 -й. Так, М много текста, много текста. А, что? Беркли с Америцией капает. Из лэп падает кюри, который... А, а тепло? С теплом будем разбираться потом, потом будем двигать эти... убирать ячейки или добавлять охлаждение. Ты смотри на свой реактор, он у тебя легко может выплюнуть свой... Нет, мне проще реактор подстроить. А модерирующие блоки как-то управляют контролируемыми блоками для достижения большей эффективности и меньшего объема, достижения более высоких. А модерирующие блоки как-то управляют контролируемыми блоками для достижения большей эффективности. Короче, в наших целях, Коля Андреев, нас модерируемые вообще не нужны. <кх> не всегда его можно подстроить. <laughs> Я все прослушал, можно повторить? Нет. По крайней мере, легкими способами. До чего мы тут шли? Что мы разобрали? Мы разобрали... Америцион 243. Вот, нам нужно вот это разобрать. Да какое? Вы меня еще больше запутали. Нет, не видать нам сегодня философского камня, как моих ушей. Не забывай выключать реактор. Не, выклю... не забывай выключать рычаг на реакторе. Повторите мне это еще несколько раз. Я надеюсь, что я когда-нибудь это запомню. Так, мы делаем вот эту штучку мы делаем эту штучку. Для нее нам нужно 39-й. 39-й, иди, иди сюда. Тебя делается просто капец как мало. Почему? Почему, дружище, ты не мог бы как бы в большем количестве нас порадовать? Вот америциума вагон и маленькая тележка. Это прекрасно. Все, закончил? 239. А главное, нам же всего 4 штучки нужно. Но пока эту цепочку пройдешь, этих 150 кругов ада, у тебя изначальное количество просто улетучивается. Так, 239. Нет, не 239. Да, 239. Хэп, не лэп. Хэп, пожалуйста. Спасибо. Вот, хэп мы считали, хэп еще влезает. 27 штучек вообще. 100-500 кругов. Влада. Ты у нас он, ты у нас офф. 26 тысяч. У нас здесь что? У нас 960 на 25 ячеек. Нам хватает. Она съела сейчас при выключенном или не съела? Кажется, съела. А почему ты не пихаешь все в компаратор, а из него потом в сундуке не привыкла еще. Если есть америца, то можно брать другие таблетки, кроме, кроме плутониевых. Идти разными путями. Посмотри на свой текущий охлад. Все нормально. Съела, включаем, плавим. Оно всегда ест сразу. Там чиселька поменялась. Ну, конечно, там было минус 26 тысяч, я закинула топливо и сказала, что у вас осталось минус 24 свободные. Ну, зараза съедает, нужно калькулятором пользоваться. Вот сейчас мы сделаем хэп 239. Э Ой, э -э вот. Сейчас мы будем идти к хэп 242. Сейчас попробуем. Таблетки. Да, таблетки. Таблетки. От, от этого. От целого реактора. Очень сильно помогает. Так это фармацевтика. Да. Что-то у нас на этой неделе озон какой-то душный получился. Это а меня этот босс замучил, а то теперь реакторы мучают. Что, что, что не так? Обычно Петр э, заставляет э, пошевелить мозгами, а тут озон? Нет. Так, забираем и смотрим, что мы из этой радости сможем получить. Сейчас главное, да, сейчас все с этого сундука заберем, посмотрим, что отсюда мы выгребаем и попробуем это во что-то переделывать. Раньше это стержни были. Ну как, ну в смысле стержни, разве что в очень плохую погоду. Что у нас тут скопилось? Иди сюда. В вагоны, маленькая тележка. А, или из этого что ты сделал? Плутониум блока. Я могу тебя разобрать? К счастью могу. Хорошо. Хорошо, тогда я не злюсь. А, и ты обратно не принимаешь. Тут он все маленькое выбрасывает, да? Давайте мы тогда сразу сюда поставим э, этот компактор. Это я рано. Это я рано. Нужно сначала перегрузить. А ты что, не складываешься? Ты просто тупанул. Я поняла. Все, можно уже все выгребсти. Е Ей! Давай, влетай все в меня. Ты будешь рядышком стоять, как запасной игрок. Может, даже. Нет, рядышком. А, вот, а компактор мы сюда поставим. И компактируй все, что вле... в тебя влетает. Отличная идея. И тебе сверху блямбочку поставим будешь у нас с шапочкой. Фиговинка с шапочкой. И посмотрим, что эта штука мне даст, в каком количестве. Выключится цикличность. Да что, пускай бы было в блоках, нет? Окей. Наслаждаемся озоном, да, да. Свежим таким. Из компактора в сундук. Нет, я хотела конкретно посмотреть, что эта штука мне даст. Прям конкретно что, что эта штука мне даст. Поэтому все выгребло из сундука, чтобы видеть чисто ее. Значит, она нам дала 4 четыре вот таких вот штучки. По списку филина мы должны идти на... Мы только что были на 230, на ХА 242. 242. Х 242. Выносим. Значит, тут нужны вот эти Америциум 242 и Америциум 243. Вот смотрите, 242 у нас есть какое-то количество. А 43 мы можем отсюда нажимать. Вот, потому что мы его в другом процессе набрали много. И это отлично. Давайте мы его весь пережмем. И в результате нам нужно. Нам нужно много. Застрелиться можно. Я забыл про компактор. Я тоже про него забыла. Ты же видел, как я все закидывала в систему и через нее перекрафчивала. Причем вот этот удаленный штук э, у меня дико тормозит. И меня сильно раздражает. Все. Все. Мы все нажимали. В принципе, получилось немало. В принципе, получилось немало. Может, нам этого и хватит. Так, и делаем из этого всего ХАО-242. У ХАО-242 офигеть какая температура. Офигеть, какая температура. Сейчас мы будем подгонять. Хел. Хеа. 242. Погнали. Сколько получилось? 18 штук. Много она сделала. Угу. Да, да, да. Конечно. Много. Очень много сделала. Прям обхохочешься, сколько-много. Тормозит, звонит. Что дальше? Не знаю, вам не скажите. Прежде чем издеваться над иностранцем, что он говорит э, слова вашего языка неправильно, вы бы сначала поправили, а потом... Зачем я с собой эти ускорители ношу? Что, рычаг? Тебе 30. Я знаю. Я не кидаю еще туда. Ну, во-первых, как бы рычаг не спасет, когда я кину. Э, в общем. У нас 2,256. Нам нужно уменьшить количество этих ячеек. Нет, не взорвем еще раз. Мы сейчас будем, сейчас будем думать на эту тему. Мы сейчас будем думать, как это улучшить. В принципе, мы можем, знаете, что сделать? Мы можем взять и добавить э, блоков э, с жидким гелием. Они прекрасно у нас встанут э, между между редстоуном. Вот. Они прекрасно станут между редстоуном. Я лишний блок снесла, да? Так, теперь нужно посмотреть сколько у нас дает э, жидкий гелиум? Гелиум. Вот. Ликвид гелиум. И он будет давать 240. 240 нас не сильно спасет. У нас нехватка практически в два раза. У нас там было 26 тысяч. 26 400, что-то такое. А нам нужно, нам нужно э, 2 256. 2 256 умножить на 25 а нам нужно 56 тысяч. Нам нужно удвоить. А гели не улетучится? Сейчас, секундочку. 56 400 минус 26 400. И разделить и разделить на 240 и разделить на 240 125 нет гелий не спасет ситуацию нам нужно что нам нужно наверное добавить гелия Да. убрать ячеек теперь вопрос если у меня гелий где его брать Нет, жидкий гелий неактивный. Это пассивные блоки. А, гелий собирается. Вот. Угу. Собиратель, собиратель гелия. Нужно стек вот таких вот штук сделать. А делается через ториум 230. Что? кто? Нептун. Ториум 230. Не, ну стек блоков у меня точно не получится. А гелиум просто больше никак не, не, не заполучить, да? А а гелиум газ, газ из галактикрафта, ну uh, no, no. коллектор. Это что у нас литиум с жидкостью? Поняла. Значит через коллектор э, проще всего. У нас есть такой коллектор, у нас есть такой коллектор и в принципе его можно было бы ускорить. Явно столько явно столько блоков не наберем. Ну давай зацикли мне в блоке 22 штучки. Можно и столько маг, что? Проще термоят. Не, 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 не. Это сильно нам не спасет ситуацию. Так, значит, нам нужно, чтобы на, каждую, чтобы на каждую ячейку приходило по 2 256 охлаждения. Здесь у нас 800. Здесь у нас 160. 800 и 160. Если у нас стоит ячейка, грубо говоря, вот центральная... Давайте начнем с пяти. Вот, есть у нас пять ячеек. Или даже не так их расставлять тогда. А, идти круговыми движениями от центра, да. Вот. Значит, вот здесь будет воздух и охладитель. Вокруг него будет ячейка. Ячейка, ячейка, ячейка. Под ячейками у нас будет э, Redstone. И можно еще попробовать гелиум. И здесь, и здесь. И тогда еще вот так охладители. Они плюс еще си синергия у, у них включается у этих, у криотиумных. В принципе, можно попробовать с такого маленького. И потом так ничего не изменилось. А, не... Сейчас посмотрим. Криотиум должен быть до двух, э, докасаться. А редстоун до одного. И потом здесь еще редстоуном намазать. Не-не-не, э, добавить сюда э, гелиум... Он к чему будет прикасаться гелиум? К чему должен касаться гелиум? Должен касаться до реактор кейсинга. Вообще не проблема. Короче, гелиум можно, ну был бы гелиум. Сейчас сделаем из того, что есть э, э, экстрактор, чтобы он экстрактил. Сейчас. По бокам, да, тоже редстоуна нам намажем. Значит, нам нужны вот такие начальные коллекторы. Они делаются... Мне кажется, у меня зеркониума монету, да? Сейчас, сейчас вылезет что-то. Зеркониума монету. Откуда берется зеркониум? А, должен быть зеркониум. Ты кто? Ты бериллиум? Я же гоняла все виды. А ну-ка. А ну-ка, не рассказывай мне. Зеркониу. 59 штучек. Ну, не густо. В смысле, в, в, точно так же, как этого э, Ториума. 230-го. Насколько мне тебя хватит? Явно не на 20 блоков. Да, на 14. Вообще фигня. 10 миллибакетов это... 100 миллибакетов в тик. Ну, один можно перекрафтить в следующий. И вот так вот сделать. Мне бы еще два сделать. Зиркониум, зиркониум, скажи мне, скажи мне, и я скажу тебе. Зеркониум через рок крашер мы с диорита сделали. Есть ли у меня диорит? Дио. 27 штучек. Отлично. У меня больше диорита есть. Не рассказывай мне, пожалуйста. Не так. Вот так вот. Нет, я явно его крафтила. Хороший вопрос. Где он? Ты не переделался? Нет. Ты даже не собирался делаться. Ха. Можно в тебя закинуть? О, нет. Сюда нельзя. Эй. Видите, оно по шифту не хочет закидывать прям целую пачку. Вот, и в результате можно еще попробовать посмотреть, какие, какие э -э эндериумный, эндериумный что просит. Эндериумный, эндериумный просит. Нуклеер. Э, Нуклер. Эндериумный просит просто э, три этих. Я же правильно понимаю? Он просто просит три э, блока касаться. Я могу его расставить внизу по углам. Эндериум. Я же правильно понимаю, что вот при. Такой расстановке он касается трех реактор кейсингов. Жаль, что здесь, как бы не, повтор... не посмотреть, он э, активируется или нет. Вот так вот по углам. И, в принципе, можно еще и сверху его поставить, и внизу, и вверху. И он должен работать чисто теоретически. Чисто теоретически. Оно немного будет давать, оно будет давать 2000. Сделает ли это нам погоду? Да фиг его знает. Давайте сделаем еще 4 штучки тогда. Раз, два, три, четыре. И они будут стоять вот здесь, по верхам. А вот этих красавчиков уже можно поставить, кстати. Пускай себе... А, а вот здесь и коллектите. Сейчас только трубу вам принесу. Ты же будешь коллектить еще до того, как я тебе трубу дам, да? Ты же хороший мальчик. О, уже... Да, смотрите, как оно коллектит. Гелиум газ, а я могу тебя ведром забрать? Да вообще не стоило париться по количеству. Хорошо. Бакет. Дай мне бакет. Только скажи, что ты в бакет набираешься. Да, вообще спокойно в бакет набирается. Ребята, оно генерится быстрее, чем я крафтить буду. Жесть. И если, если этому гелиуму то достаточно. Не зря снесла. Нуклер. Uh, Если гелиуму достаточно только касаться uh, бочков, так. И дает он. А, ему нужно к редстоуну и к кейсингу. Поняла? Поняла. Это немного не тот гелий. Я сейчас расстроюсь сильно. Да, это не тот гелий. Нуклер крафтовский гелий. О -о -о. И это нуклеар крафт. Но это не тот гелий. Его перерабатывать? И этот гелий еще нужно сжать. Хорошо. Давайте посмотрим, как его сжимать. Как тебя сжимать? По юзаджу. Что с тобой делать? Тебе нужно флуид инфузер. Ой, смотрите, можно вот так вот. А нет, его нужно еще сделать, подожди. Ага, -а -а через суперкулер флуид экстрактора нет. Через суперкулер, да? Я зря этих штук много наделала. Так, делаем суперкулер. Флешка и много машинок. Супер кулер. Иди сюда. В смысле не хочешь? В смысле тебе не нравится идея? А кто тебя спрашивал? Мне нравится идея. Кстати, а в заданиях нету этой чудо 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 юдо машинки? Было бы забавно, чтобы была. Есть супер супер кулер и апгрейды. Спид-апгрейды. Нуклеаркрафт. Uh -huh. Жбоньки. Жбоньки. Ну, наверное, не так, а вот так как-то. И, и что? И нам нужен койл, чтобы мы это все запитали. Не хочу это тащить туда. Вот у нас есть койл на 20 тысяч. Ой, кстати, мы задание выполнили. Супер. Ты можешь так впихивать? Ты можешь так впихивать. Я за тебя рада. Я за тебя рада. Смотрите, как он может называется. И что? Ты отлично можешь. А давай мне остальные спид-апгрейды. Спид-апгрейды. Отлично. А теперь ты тоже можешь? А выхлоп просто никакой. аж oh, yeah. <laughs> Еще бы спид-апгрейды через собачку спид искать. Да, 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 э, умею, знаю, практикую. Так, эти ведра закину в систему. А потом флешка рассказывает, что ей магнит систему засирает. Да, 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 именно магнит. Ну, скорость, скорость тут офигевающая просто. А что, что кончилось? У тебя жижка кончилась, да? А давайте мы все это соединим э, одним э, жидкостным проводом. Я явно я сегодня камушек не получу, что меня, конечно, жутко расстраивает. А тут мы будем делать инсерт, а тут мы везде будем делать экстракты. И что? Хватает теперь твержишки? Жижки хватает. В смысле газовые трубы? Нет. Если оно в ведро набиралось, то какой же это газ? Из восьми ведер газа будет одно ведро жидкости. Кондуит проб где-то лежит в системе, да. Я могу залить сюда те ведра, которые у меня тут мешаются? О, мы с вами можем освободить мои ведра. Супер. Гелиум, твой выход. Я, кстати, немножечко броньку поделала и застряла. А я сейчас вам покажу, на чем застряла, пока эта штука обрабатывает. Смотрите, сколько мы страшных машинок тут наделали. А, застряла на вот этом бароне. А, тут какая-то жуткая химия получается. А, прям. Или можно надробить чего-то? Не. Nee. Или мы с чего-то его выбивали. Вот Потому что мне предлагают делать его через жижку. А саму пыльку. Mm -mm. Mm -mm. Только через жижку. газом же назвали, как он, ну это как бы все вопросы, все вопросы исключительно к нуклеару, а, вот. Вот если действительно, если делать один реактор под какое-то конкретное топливо, это один вопрос, а если тебе нужно пройтись по всей цепочке топлив, это совсем другой вопрос. Он мне совершенно не нравится. Если что, только делать самый максимальный э, охлажденный реактор сразу под Калифорнией, и тогда все предыдущие топлива к нему подойдут. Я же правильно понимаю? Топливные элементы. Этот нитрит бора только через жижу. Да, этот бора-борой только через жижу. Что крайне печально. А теперь такой вопрос. Нам бы сказать ему, что вход у тебя э, сзади и сбоку, да, а выход у тебя, например, вот здесь. И если я поставлю здесь какой-то танк или или упаси господи драм, будешь туда отдавать? Драм. У меня тут железных я, видимо, тогда тоже психанула. Ты вот без трубы можешь? Давай, я в тебя верю. Нет, не можешь. Окей, поставлю трубу. О, отлично. Прекрасный цвет. Прекрасный цвет и у нас целых два ведра. Самое интересное, что есть топливо, которое идет до Калифорнии, но греет как целое солнце. Ужас. Ужас. Не пугайте меня такими ужастиками. Так, это у нас должен быть кулан, да? Ку... М -м, как ты, как ты, как ты называешься? Вот так вот. Вот так вот сделаем, оно подтянет. Кулер, а не кулант. Угу. Раз, два. Нет, еще третьего. Ну, поставим эти внутрь. Так, как планировалось. А, закроем и посмотрим на пяти. Значит, куда я хотела поставить? Я хотела поставить здесь. Закрыть редстоуном. Еще редстоун намазать вот здесь. И вот здесь. По большому счету его еще можно здесь, и здесь, и здесь поставить. Также, правда? Вот, давайте посмотрим, что у нас с этого получится. Э -э какой уровень температуры. Скорость, конечно, будет э черепашья, скорее всего.

тысячи. Эту тысячу мы могли бы получить из еще вот какого-то количества этих гелиумных. Да. Лучше, лучше уж черепашья, чем разорванная никакая. Так просто глянуть самое горячее топливо и сделать под него реактор. У кого нагрев около 1500? У самого горячего? У нас тут сейчас 2200. Это не самое горячее. Может, э можно поставить внутри кейсинги? Не думаю. Не думаю. Даже, даже очень сомневаюсь. Эмиральные? Смотри, чтобы поставить эмиральд, Нужны модератор блоки. Модератор блоки я не ставлю, потому что они поднимают температуру. Э -э алмазные нужны, чтобы был э вода и кварц. А кварц ставится только к модератор блокам. Вот. То есть можно пройтись по всем э -э водные модератор. Редстоун э -э используем. Кварцевые. Модератор блок золото. Вода и редстоун. Модератор разве сильно повышает? Ну, повышает? Не буду утверждать, насколько. Ляпис. Реактор, реактор сел и кейсинг. Ну, как бы к и кейсингу у нас этот идет, и у него получается 240. А, вот, эти мы поставили, эти мы используем. Айрон. К золотым. Это тоже не идет. Копер, куланты. Они ставятся к глоустоунам, а глоустоуны к модераторам. Понятно. Тин. А, ляпису. Магнезиум тоже к модераторам. Вот. То есть если идти без модераторов, то остается очень маленький пул охладительных блоков. Кстати, а как делаются активные, я в упор забыла. Они должны быть серенькими. Они должны быть серенькими, и туда только просто что-то заливается, я же правильно понимаю. Но здесь я не посмотрю на их показатели в J. Это разве что через программку смотреть. Но в программку нужно вбивать все показатели, все конфиги этого нашего озона. Так, три. Нам нужно пять. Модераторы они такие, да? Походу мой модератор уже уснул. Так, а Redstone насколько? Редстоун 160 делает. Вот, мне кажется, что под эти четыре ячейки, если мы доставим еще пять гелиумных, там для них есть... А, нет, не уснул, смотрите на него. <laughs> смотрите, он ж... оно живое, оно живое танцует. <laughs> есть у нас три, еще два ведра, и все будет пучком. Что нет? Может, Redstone заменить ляписом? Подожди. At least one reactor cell и one reactor casing. Uh, кстати, можно сделать и посмотреть там в некоторых местах. Uh, куда его можно приткнуть мне местами нужен редстоун э, чтобы гели у меня работал так а в принципе можно несколько и этих поставить да сел и один реактор кейсинг если взять активные на воде а я не вижу их показателей я не вижу их показателей в J, а в программе я не вводила конфиги сборки. Еще одну. Денчик, в вы, вы кому? Ранкер за 100. И? Я набрала? Нет, не набрала. А чё эти последние пару ведер так долго набираются? Active Cooler. Nope. У нас есть Active Fluid Cooler. Ну как показатели узнать? По жидкостям наводить? Давай посмотрим. Давай посмотрим на воде. На воде с шифтом мы ничего не видим, к сожалению. К сожалению. А чё нельзя кусок льда засунуть? Что за фигня? Почему нельзя как винтажки? Давайте я доставлю еще вот этих четыре и заменю парочку э, редстоуна парочку на ляпис. По активному кулеру можно было нажать. А ну Давайте мы его даже себе вынесем. Чтобы далеко за ним не ходить. И нажать на его юзуч. Да, вы абсолютно прав. Да, да, да. Угу. А у него условий нету никаких? Или у него такие же условия, как у твердотопливных? Хороший вопрос. Ага, из глины и палок. В <laughs> винтажке есть реактор? Да-да-да, конечно, конечно. Бэйс фижн. Еще бы знать их. Мне кажется, на воде хватит. Хорошо, тогда смотрим на водные. Какие у них условия? У них тоже свои специфические условия. Вот, опять к модератор блоку. Такие же. Такие же, только водный активный. Подожди, не делай мне так. Только водный активный будет давать нам сколько? 50, господи, целых 50, штук 10. И это мне даст 500? Это как два гелиумных? Серьезно. Есть. Пошли эти штуки ставить и будем посмотреть. Не все сносить нужно. Итак, нам нужно, нам нужно что? Нам нужно, чтобы здесь оставался хотя бы один редстоун, потому что нам на него завязан. Э... Тут ячейка. Нам нужно, чтобы оставался хотя бы один редстоун, потому что на нем завязан гелем. Есть. Значит, должно касаться хотя бы одной ячейки и одного... Давайте вот так сделаем. И одной... одного кейсинга. И здесь повторим ту же штуку. Тоже поставим три. Есть. Дальше у нас есть еще гелий. Гелий должен касаться хотя бы одного редстоуна и кейсинга. Тут вообще без проблем. А нужно эти блямбы позабирать? Или это не влияет на реактор? Хотя бы одного редстоуна и одного кейсинга. Я могу этих штук здесь поставить просто вагон. На самом деле. Есть. Закрываем и смотрим. Минус 9, 800. Так дело не в самих водных, а в том, что они могут соединиться с чем-то покруче. У воды написано или ячейка, или у меня мало ячеек. В том, в том это в том дело вот отлично хватает на эту штуку то есть смотрим у нас 2 256 2 256 умножаем на 4 и получаем 924 а у нас получается 9 800 супер и в принципе гелиумных я еще могу нарастить погнали только будет долго. Три минуты на одну штучку. Даже с ускорялкой. Хотя мы можем ночь запустить. Шли ночь, запустим. <плодисменты> Где моя палка-перемещалка? Есть. <плодисменты> Свети. Здравствуйте, Демоника Фокс. Здравствуйте. Ну, не три минуты. Оно очень-очень бодренько это все делает. Супер! Не три минуты. Ночью не три минуты. Да. Все-таки ускорялка прекрасно с этим срабатывает. Хорошо. Хорошо. В результате у нас гелиум копится. Пускай себе копится. Пазл. Просто вечерний пазл. Начну, я бы уже сказала. Вот, и это мы дошли до чего? До 242. И теперь вот с этого нужно сделать ЛЭП 239. Давайте мы вот это позабираем. Вот мы сейчас вот это прогоняем, и нам нужно ЛЭП 239

И после Хэба мы уже получим то, что нужно. Да, после Хэба мы уже получим то, что нужно. Я что-то там другое делала. А, тебя уже выносила, да? Тебя уже выносила. Сейчас нам нужно сделать вот эту штучку. Она делается из Плутония 239 опять. Блин, такое впечатление, что мы могли это сделать еще до этого. Я не понимаю, вот эти шаги. Филина. Получается, что мы могли это проскочить. А у этой штуки какое тепло? Почему у него такое маленькое тепло? ЛЭП-239. Смотрите, какое у него тепло маленькое. Вообще таз. Ну, то есть мы можем наставить стержней, еще вагоны и маленькую тележку опять. Нужно два вида плутония. А, поэтому идут две полоски. Ну что, ты догоняешь? Догоняешь. Готово. Тебя закидываем сюда. Надо было цикл опять выключить, я в курсе. Разберем. И а, мы, мы все равно после него не можем получить 239. Ух, сколько энергии в никуда. Да. Подожди, что у меня есть на это? У меня не хватает вот этой штучки. Плутония 239. -го. Отсюда он не идет. Куриум и так далее. Есть у меня хоть какой-то Плутониум 239? Вообще нет. То есть мне опять к этой штуке нужно возвращаться. Вот в, том, в, том, в этом вся беда. То есть мне нужно еще раз вернуться э, к этому, который делал мне... Э, э, э. Из лэп падает одна часть топлива, из хэп вторая. Тебе понесло уже? Да. Да, я поняла, что мне опять нужно делать э, вот этот. Плутониум 239. А для этого нам нужно опять сделать что-то. Ну, хотя бы, хотя бы вот это. А это у нас ураниум на ураниум. И опять это прогонять. Все, на этом можно заканчивать. На этом можно заканчивать, потому что вот урани у меня есть. Просто получается, что нужно еще раз ставить обратно эти стержни. Эй, отцепись от руки. Вроде и мышку поменяла, но все равно цепляется к руке. Так нету 39-го. Вот, буквально два кусочка осталось. Есть 42 есть есть разные, а 39 нет. Просто сразу сделать крутой реактор. Да. Ура, камень в понедельник. Посмотреть все виды топлива в цепочке, найти самый теплый я вот не осознала того, что оно половина туда идет, половина туда, и в результате мне нужно просто было разделить пополам то, что я получала. Вот я получала плутониум 239, и мне нужно было его поделить пополам, чтобы мне его хватило и туда, и туда. А в результате я его весь потратила. Вот. Вот в чем мой проблем. Мне нужно вот этого 35 сделать опять много, чтобы получить Обратно э -э, Плутониума. Так, 35-й. Записано у нас здесь. Есть у меня что-то для этого? У меня что-то для этого есть. Мало. 238-й, 36-й. 38-й. Иди сюда. Доигрались с Плутонием, да. Я его не посчитала и в результате вляпалась. 38, 38. А это у нас все 35. Есть, получилось. И, в принципе, можно еще... Нет, ТБУ гнать не хочу. Лежи здесь. Лежи здесь. Получилось вот этот. У него... Температура прям вообще минимальная. Но на этих четырех стержнях, то есть у него температура 200, это вообще ни о чем. Но на этих стержнях он будет, да, 3 минуты типа делаться. Это долго. Здравствуйте. А что со звездами? А тут что-то бывает такое со звездами. Так, подождите, это нужно прям вообще выбросить. Ну, в принципе, три минуты это... Вот теперь 4 показывает. Нужно ночь врубить. Не знаю, почему оно 4 теперь показывает, если там 3 было. Ну, как вариант, можно Нептуний тоже в реактор пихать. Что-то с него тоже падает. Мы еще смотрели что? Мы еще Блутониум смотрели, да? Подождите, подождите. Где мой Блутониум? Мы же хотели идти туда. Блутониум, иди сюда. Да, я понимаю, что у тебя буквально пару штучек. Но покажись мне, покажись мне. Ты через... Изотоп сепаратор, да, ты мне даешь что? Ты даешь 239 прям в полном кусочке, кстати. И пеп 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 Изотоп сепаратор. 24 кусочка. 24. Ты должен давать большие кусочки, да, ты даешь большие. Ей. Значит, к чему мы шли? К лэпу 239. Лэп. 239. -ый. Что тогда мы сделаем сейчас? Да я понимаю, что в цифрах не учитывается, просто оно сначала на одной штучке показало 3 минуты, а потом, когда я отвернулась, 4 минуты. А, вот единственная моя претензия. Так. Теперь мне нужно тебя. В принципе, те мелкие должны быть там в системе. Жмак, жмак, жмак. А, какая у тебя температура? 160, вообще ни о чем. О, корова. Она явно адская. Говорю. Она, конечно, не успела. Но очень хотела. Где у меня глустоун? Достали. Я надеюсь, я больше не буду расплавлять тут местность. Отлично. В принципе, мы могли бы его выс... высунуть. Давайте сделаем вот так. И добавим еще пару ячеек. Почему я не вижу все, что у меня есть? так можно поставить. Закончил? Спасибо. Вы знаете, что тут этот креотиум не работает? Он должен быть присоединен хотя бы... Или он к двум присоединен? Присоединен к двум. Если мы поставим вот так вот. И еще вот так. Знаете, что мне это напоминает, когда на весах начинаешь там досыпать и отсыпать. Табличку поставь, пожалуйста. Какую табличку? Минус вот, 11 тысяч. О, стало лучше. Стало лучше? Минус 11 тысяч э и больше ячеек. В результате, если мы тебя закинем, вот, ты быстрее будешь работать. Спасибо за фол. Кириллу, здравствуйте. Мы за полшага до того, что нам нужно. Понимаете? Следующий хэп, у него температура 1200. 1200. Просто вот эти ячейки забрать и все. У нас 8 ячеек э, на 10 тысяч. 1200. Да нет, должно было хватить бы. Да? О, оно работает. Представляете? Вообще магия какая-то. Господи, если я сейчас сделаю шар, я буду безгранично счастлива. Счастлива. Все русский язык вышел из чата просто что на эту штуку нужно тут нужен этот беркелю у нас там есть какой-то беркелиум кстати кого вынить вы себе представляете у всего этого топлива просто нету да, в принципе у всего нуклеера у Нуклера нету EMC. Беркелиум. <laughs> Издеваюсь над химией. Буду бесконечно счастлива, да. А, это просто прощание такое. А счастливо, это действительно счастливо. Я, я поняла, спасибо. Влад, а куда у тебя котелок делся? Внимание, модуль русского языка да истек. Продлите, пожалуйста. <соторит> Продлять модуль русского языка будете? Мне нужно куда-то себе кинуть. А куда я себе кину? А я знаю, куда я себе кину. Я сейчас кину Вениамину. <соторит> сообщение. Мне просто нужно это сохранить. А у меня ничего больше не открыто. Кину Вениамину сообщение, пускай себе там лежит. Берклиум. Беркелем. Прими котелок. А он... Смотри, а предыдущее сообщение без котелка. И даже без мотератора. Эм. Хм, магия. Твич раздевает. Шалунишка какая вообще. Мы, конечно, пока будем этим заниматься, мы можем еще и эту штуку закинуть, э, перерабатываться. Да, 200, 160. Вообще ни о чем мы с этим справляемся. Блокнотик. Он слишком длинный. И обычно, ну как бы, когда я пишу что-то словами, я с сокращениями пишу. А если я сейчас начну сокращать вот эти лэп-лэп. а если я как цифру какую-то неправильно перепишу, это ж ужас какой будет. Это нужно будет в прикрепленных сообщениях под э -э, видео записать. Эротика в чатике. Да, модератор раздели в прямом эфире, без смс регистрация. Давай! две штучки. Чтобы я этим занималась ради энергии? Нет, 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 нет. На Diamond Sky это все было обусловлено только тем, что там была корова какая-то. Или, или же EMC у этой штуки. Ну, короче, какая-то фигня была по этому поводу. И это топливо было просто там на халяву. И дерзай вот это еще. На что можно 20 котелков потратить, я даже не знаю. Иди туда. Да и ты туда иди. В результате нам нужно сделать вот эту штуку. А зачем я делала ту предыдущую? Я что-то не сильно поняла. Видимо, она куда-то куда еще пойдет. А... Не поняла. Это все, что у меня есть этого? Это все, что есть? Подождите. А это что такое? А 48 откуда брать? У меня аж Майнкрафт завис. Не-не, мы явно до сюда не доберемся. Я его куда-то засунул в процессе или нет? Майнкрафт отвисни. Я понимаю, я понимаю, 4 часа. Майнкрафт. Все будет хорошо. Нет, походу, по ходу нужно заканчивать и запастись этими штуками в приличном количестве. Только уясню вот этот момент. Я что-то этот момент не сильно поняла. Хэм, лэм, хэм. Мы такое не делали. Вроде как я забыла один из видов топлива. Видимо, да. Видимо, да. Вот, кажется, вот эти Хэм-лем. Потому что у нас получается 247 так? 247 есть. А вот этого нету. И вот этот изотоп-сепаратор это, конечно, не наш вариант. Нам нужны маленькие кусочки через фюллери процессор. И это у нас что-то из этих. Uh, я даже не знаю. Ты как-то их-то чередовал? Я бы ставила на какой-то из... А, ну посмотрим по температуре. А, это все depleted. Uh -huh. Посмотрю по температуре. Нужно переходить на предыдущий. С чего они делаются? Подожди. Из лэм 247. Эээ... Uh, Куриум, куриум 247, 246. Подождите, такой у нас есть. Вот. 246, 247, 246. Вот. Куриум. Да? Куриум, 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 куриум. Так, из куриума что мы можем сделать? Мы можем сделать вот этот лэм и хэм. А, вот. Лэкм, лэкм. И хэкм. Тут температура выше, а тут э, крафт получше. Хорошо, а если мы его используем, так, фьюжн-реактор, получим вот эту штучку, и в результате нам нужен вот этот. Э, беркелиум 248-й. Его по чуть-чуть тут получается 4, 4 4. а нам нужно э, 36 то есть 9 таких штучек на 1 много а если идти через этот рецепт выше температура но в результате мы получаем вот эту штучку и получаем и получаем э, в два раза больше его но тратим этих штук второй. короче очень все сложно. Очень все сложно. 246, 47, 46. Почему 46, 46, 46, 46, 43, 47 мало? Со второго невыгодно, да, первое, первое выгоднее. То есть нам просто в нашу полосочку, Uh, нужно добавить uh, вот этот лекму и все. Это единственное, что было пропущено. И это, наверное, перед вот этим хэбом. Вот тут после пятого, после пятого добавить М двести сорок семь. Вот так вот сделать. Так получится больше, потому что тут мы тратим 4 и получаем 8. Тут мы тратим 1 и получаем 4. Какой увлекательный стрим. Да вообще, увлекательная математика. Вот. Но это уже действительно я буду делать за, 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 за кадром. Потому что их нужно много сделать. У меня получается только на... На сколько штучек? У меня получается на 16 штучек. Сейчас. 16 на 4, и потом разделить на 9. Это буквально 7, 7 этих пилетов получится. 7 вот этих кор коричневых. Мне явно не хватит 4 на наших последних. Загад! Ничего не могу. Как бы балбеся пыталась мне добавить времени, чтобы я справилась. Но мне завтра малого в школу вести, поэтому. За кадром, а уже топливо соберем на стриме. Да, я, короче, за кадром э, что сделаю? Я сделаю много-много-много-много этого ураниума. И буду его. Я буду долго гнать велосипед, да. Э, в каких-то там полях его остановлю. У, усталость. Я точно не буду играть в озон. Тут уже два мода, которые мне страшно не нравятся. Это Abyssal Craft и Nuclear Craft, причем заставляют в них погрузиться прям по самое не могу. Я слишком тупенький, печенька, кликер, мое все. Вот, а если бы я взяла чью-то вашу схему, я бы просто сидела и перекидывала э, э, топливо. И в результате я бы не, нач... не научилась ничему. Что-то голова уже квадратная и не говори. болбезь. я думаю, что ты пока до этого дойдешь, э, я все-таки разберусь в этом и нарисуем, как может действительно посчитать, сколько этого нужно будет э, в принципе для всей этой полоски. Вот. Сложно посмотреть так, но в принципе можно в Excel. <саспектр> Ураниум за кадром. Много ураниума за кадром. Вот. Давайте будем на этом заканчивать. У нас сегодня как-то на удивление очень много фоллов было. Ребята, я не знаю, откуда вы, но надеюсь, вам тут понравилось. Такими страшными вещами мы не часто занимаемся, чаще по вторникам. Mm -hmm. Вот. Что у нас завтра? Для всех новеньких, кстати, ссылки в комментариях. Жмакайте. Там у нас Дискорд. ВК, Ютуб, все прекрасные места, э, сборищ. Э, завтра в 12 по Москве у нас э, заказана игра. Режим. Режим. Режим, угу. режим бога, хотела сказать. Да-да-да. Симулятор бомжа. Я не знаю, что от этого ожидать, но как бы завтра симулятор бомжа, э, я думаю, что там сильно думать не надо будет, я очень сильно на это надеюсь. А в пятницу продолжим книгу, в пятницу в 8 по Москве будем продолжать книжку. На выходных, да не говори хамикадзе, э, на выходных, либо в субботу, либо в воскресенье планируется э, хардкорненький платформер, плюс у меня есть три ключика разыграть чатику. Вот, поэтому на выходных следите за анонсом, когда я разражусь стримом, там будет три ключика, которые просто рандомом разыграем в чатике. Да, немножко халявки. Я, я вот рада. Я, я не против показать игру, если, если мне отсыпят немножечко игр для моих зрителей. Я прям всеми руками за. Давайте еще посидим. Тебе те завтра в школу, что ли, не надо? Мне надо завести мало. Какие ключики? На игрушку. Это хардкорные платформы, что-то там вдохновлялись они этим э, DCL и еще чем-то. Ну, короче, то, в что, во что я не играю, но я согласилась в это поиграть только, чтобы вам раздать ключики. Вот. Будет больно, страшно, но хотя бы вам халявка. Мне кажется, что это благородная цель пострадать ради игр для вас. Да? Да, вы со мной согласны? Вот. Ну, и как бы ссылка в описании на вкусно-жратенький все еще висит, если вдруг кому актуально. На этом все. Спасибо огромное за рисапчики. Спасибо огромное и за сапчики новые. И отдельное спасибо Балбеси за продленное время. Вот, полностью согласна. А зона должно быть больше. <с?> <с?> вот. А на этом все. Я, наверное, это уже сказала несколько раз, потому что я сильно устала. С вами была Флешка, и всем пока-пока. Я сейчас рейтик посмотрю, если есть куда отправить. Если нет, то, то расходимся так.